Людей проходит сегодня. Половина в Рома пиздит ребенка у Дины, блин. Ой, блять, осуждаю. Жалко твоего ребенка-то. Перед ногами пишет. Блин, ну это было эпично. Тогда было охуенно. Пишет, нахуй ты спойлеришь. Питер Ликс улетает в первом хану. Потом я слишком охуенный. Потом мы узнаем то, что у него карта, оказывается, вообще заебись была. Что, типа, идеально? У меня у одного Илюха не прогрузился. Да, мощь какая-то очень важная. Он просто слишком тяжелый. Ой, блядь, да сука, ну прости. Аня, это ты? За что, боже? Вот это жестко. Бля, я охуел, Аня. Бля, разъёб, нихуя. Ебать. Я думал, это минимум Рома рыганул. Злой. Да, жестко. Представляешь? А вот все прогрузили. Да все, Вань! Брат, я не знаю... Зачем ты так придаешь Артур, этому значение? Артур, представляешь, у вас тулёшка где-то там такая в середине? Ром, ты охуел? Бля, Вася, вы просто вот так в пиздочке. Я тебе в личку Вэл скину. За что? Артур, ты чего? Осуждаю, блядь. А я не осуждаю. Я бы уебанул бы просто и всё. Не. Ну вдруг ты похлестнулась. Я наоборот с целью безопасности твоего, ну, ротовой полости твоей. В общем, если готовы, то можем начинать. Да, мы готовы, мы готовы. Оперативно, кстати, да? Не, ну если во время секса так малая бы бэкнула, то я бы, ну, подмазал. Кто вообще ругает во время секса? Бэкнула. Вот я даже не понимаю. Я пукаю во время секса. Ух ты. Не, ну рили, ну свистка бы дала такого, я охуел. Не, ну. Не, я тут охуела, блядь. Ребята, а есть кто срет во время секса? Вопрос чисто. Ну да, есть. Не почему, ну просто спросил. Вань, а может на кике сделаешь нормально букву? В смысле? Ты о чем? Я не понимаю, ты о чем говоришь. Блин, я тебе. Я тебе сходил и справил тогда верхнюю хотя бы. Дима! А ты, кстати, я чуть не забыл. Я чуть, ну, к Дине не этот. Да, в одинаково. А-а-а, блин, Дину жалко было. Давайте я первый, ну, я второй, точнее. Да подожди, дай я расскажу, там еще надо Сереге правила рассказать. Смотри, я сейчас зачитаю нашу катастрофу, условия проживания в бункере. Я тебе в личку отправил файлик. У тебя каждая строчка — это отдельная характеристика. То есть там вот, к примеру, у тебя есть... полувозраст и также стаж работы. Это все одна строчка, все одна характеристика. Мы будем зачитывать характеристики, то есть нужно полностью строчку будет зачитать. Скажу, сколько, когда и прочее. Мы будем каждый раунд кикать игроков, пока нас не останется, получается, 6 человек, которые проходят бункер, потому что нас 11 и округляется в большую сторону. А так, в бункер надо набрать, типа, самый... В Steam вышла новая игра? Но на твоем аккаунте недостаточно средств для покупки. Steam Balik – это моментальное пополнение баланса Steam с самой низкой комиссией. Просто введи свой логин, выбери сумму пополнения и оплати удобным способом. Деньги придут в течение минуты. Steam Balik – пополни Balik. Ссылка в описании. Земля, которая неизбежно погибнет. Остаток здорового населения – 3 миллиона человек. В бункере мы находимся... 21 месяц, площадь бункера 130 квадратов, есть продовольствие, спальные места на время нахождения в бункере. Также в бункере есть комната отдыха, музыка и кино, и в инвентаре есть книги по очистке воды и автономная медиатека с порно. Наргос, знаешь, что нет в бункере, кстати? Что? Тебя? Знаешь, что нет в бункере? Тебя. Не только я успел прочитать твою шутку. Ах, ты хорош, блядь. Так, в общем, а где ты читал? По очереди... Да, где написано? Я написал. Вон, сзади, у Вани. Блядь, Дина, ну хули, теперь ты прочитала мою шутку. Ну и Рома, кстати, нет, тоже в бункере. Рома! Сделай нормально. Сейчас будем зачитывать обязательно профессию. Я не понимаю, как нормально, ребят. Дело обязательно профессию и две характеристики на... Ой, и одну характеристику на выбор. То есть профессия обязательно, еще какую-то на выбор. Ну, я начинаю, потом злой будет после меня. Начнем с того, что я по профессии шаурмейкер. Вот, я кучку верчу. Шаверму делаешь? Да, не, шаурму. Как узнал? Шаверму не я делаю. А, так пошел нахуй тогда, блядь. Вот, и из важного отмечу, что факт номер один, ну вот, как Илюха и просил,
Насрал во вкусные точки и подставил друга. Почему тебе все время с какашками попадает карта? Да он сам себе, блядь, подмешивает. Он ему нравится. Он сам реально только что придумал. Ему нравится. Образ строит говномена, блядь. А ему нравится тема с какашками, это уже чувствуется. Злой его и зомби будешь делать, гнилое мясо на посол. Это все, что ты спизданул? Браво. Да. Браво, браво, браво. А знаешь, как делается слово браво, бро, одно слово? Да, на своем круге попиздишь, подожди. Короче, смотрите, всем здравствуйте. Меня зовут Артур. О, слышишь? Моя профессия, смотрите, сразу говорю, что моя профессия очень полезна, потому что кто у нас зомби, слышишь, верно? Что? Уже. Все, у меня пизда. Что такое? Что? Битрейту пизда. Опять хуйня началась с вебками. Да. О, лагает, лагает, слышно. Блядь. Ладно, я заткнусь. Хотя Макса нет. Да, не из-за Макса делать. Да, в этот раз у него нет. Похоже, просто не ну все, у тебя закрываю. И что делать? Так, я жду. Так тут не турецкий. А это из-за сайта, на котором мы играем, или что? Да. Да. А что он может делать такого? Ну, у меня, кстати, ничего не... Ну, я слышал, тут вообще никого не может быть, кроме нас. Сайт хавает жестко, короче. Да у меня лагало бред. Очень сильно, пока, когда у меня была включена виртуальная камера. Ссылка не спалили? Не, но у него, смотри, видишь, игра начинается, и сразу начинается DDoS. То есть это 100% какая-то хуйня. Да, не да. DDoS, смотри, я 20-25 минут сижу, и только начинается игра, начинается вот эта хуйня. Да, по таймингу. Что-то сайт. Я его ссылку спалил тогда. Да нет, до сайта. Да нет, похуй ссылка, уже, блядь. Тут не в этом дело. Я атакую? Ой, я говорю. Так а может быть кто-то выведет тебе этот экран, и ты его будешь просто транслировать, и все. Как через виртуальную камеру, к примеру. Да. И все, ты просто будешь транслировать этот экран. О, включите мне демонстрацию тогда просто в Дискорде кто-то, плиз. Нет, тебе виртуальный экран нужно, чтобы через вот ниндзю кто-то дал, и все. Ну или это... могу сделать, если... Так, а нет, а тебе в чате пишут, ты ссылку спалил. Ну только что, скорее всего, да. Это правда или нет? Только что, может быть, и да. Но до этого не палил. Только что, может быть, и да. Потому что я не этот... Еще раз скажи, блядь. Не зацепил. Только что спалил? Да. А что, вы мне включите? Ты вы мне просто можете в Дискорде включить. Я включу на экране, и все. Ну, качество будет паршивое. Да, тебе лучше через RTL. Не, в Дискорде не надо, через OBS Йоса поебни, пожалуйста. Давай. OBS Йос. А кто мне сделает? Так нам же... Артурчик. Фин делает. Не, пусть Фин, да, и Илюх. А мы бы качаны будем парить у тебя. А вот. Ты сейчас на сайте сидишь? Брат, нет, нет, нет. Мы так нет. И парим, еще и сух снимем, потрахаем. Вообще, ой, извини. Не, я таким не промышляю. Сори, я... Вадя, у тебя, походу, реально может сайт хавать. Никто, кроме Вади, не стримит? Нет. Нет, ты что, что мне играешь? А, сейчас я офлю. Блядь, здорово. Я вот офа. А как сайт? Почему тогда 25 минут он не лагает, а сейчас лагает? Твоя вебка все равно же сейчас на сайте, но у тебя ничего не лагает. Ты просто вышел с сайта, но вебка у тебя тут. Если бы тебя додосили, он бы тебя продолжал додосить по твоей вебке. Да, у тебя, короче, Вадь, просто сайт. Мне кажется, у тебя реально ощущение, что не тянет 12 вебок. Ну, 11. А как это так, ебать? А вопрос только в одном. 12 вебков — это закачка идет, он же принимает, а не отдает. Ебал, тем более они же в супервысоком качестве. Ну вот я хз, как это влияет. Какая разница? У тебя в канале есть upload и download. Ну смотри, он сейчас же продолжает сидеть, но у него ничего не лагает. Тонкий просто на толще. Стоп, а когда я вебку отдаю, получается, это у меня забирают мегабайты? Да, ты свою отдаешь, это upload. Она идет вместе со стрелкой. Ну, у меня красным прям написано 18 мегабайт. А убери-ка свою вебку. Да, попробуй, может быть, свою вебку просто. Мы тебя не будем видеть, но и бог с ним. Да. А ты свою да, мы тебя не будем. Да, себя офни, мы тебя не будем. А, себя видеть. Реально. А, себя выведи просто камеру. Да. А ну сейчас попробуй. Я сейчас запускаюсь на свече сейчас. Давай, педик. Ой-о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 й. Ебать, а как оно может так жрать много? Аж 20. Бля, запретный плод сладок, да? Вадя, еще есть вариант, ты можешь в низком качестве поставить. Так может это от времени зависит? Мы же тогда в мафию играли, и подкасты все прошло идеально. Ну, на подкасте меньше вебок было.
Медики, можно? Да, мы после Макса, по-моему, запускали как-то матч. Я сказал, блядь, слышь? Лена Головач пишет в чате, Головачу можно деваху. Можно. Да, подожди. Головач, а ты что, в Стамбул хочешь? Не, я не писал. Серег, видел обнову в Хардстоуне? Там нежить добавили. Там сейчас в Доте скоро будет обнова, Диман. Перс новый будет в Доте. Там и перса должен добавить, и вообще там... А что у меня, стоп, а что у меня по качеству? А, новый метод. Мой РТ будет, да. Это для меня делают обнову, я буду играть. А, это только фин говна поел. Керемит, скорее всего. Керемит нахуй не нужен. Там, скорее всего, персонаж, который может... сможет в астрал отправлять противников. Алло, и урон, да, увеличивать, да, по нему. В общем, кастер, скорее всего. Ясно. Похож на Клокверка очень по настройкам, да, судя по всему. Да, зайчик. Характеристики. Какой ты долбоёб. Да не, ничего. Да, конечно, все в силе. Да, это долбоёб стрим будет приходить. Да, блядь, Ваня! Стоп, а я буду, блядь, у меня не будет этих характеристик ебаных сверху. Ты вебку просто чуть повыше тогда сделай под, ну, над характеристиками. Как это будут у тебя характеристики? Характеристики. Характеристики. Бля, она просто выглядит супер уебищно. Да похуй, нормально. Все, заебись, Валя. Заебись. Ты можешь вот этот серый цвет просто хромакеем убрать и поставить. Вать, его. Может, ты просто себя поместишь на 12-й слот. Ты можешь вместо штурвала твою вебку поставить и все. О, все, да, узнать, что... Лайфхак тебе небольшой даю. Вот спасибо, лайфхак и пошел. Спасибо большое, босс, нахуй. О, все, так заебись, погнали. Сейчас опять залагает, я кого-то... Можно говорить? Да, говори. Нет. Короче, послушайте, моя профессия очень важна в данной нашей экосистеме, потому что на зомби, верно, у нас есть отдельные бункеры. У нас есть вражеские бункеры? Ты, а ты умеешь сосать, я угадал? Нет, да, пока что нет. А, смотрите. Но ты научишься. Смотрите, я стример. Я могу стримить на зомби под репочку и хуяк сюда. Да, охуенно. Во-первых, какой стример... Какой скилл стримить будешь? Вась, да поебать вообще. Послушай, я стримим ему информацией делиться, понял, да? Так, собирать, понял, фотки, да. Собирать фотки, вся хуйня. Ну, типа, и так далее. Теперь нужен какой-то фактик. Злой, у тебя багаж, подожди, у тебя багаж есть? Так. Да. Ну, собери его и выходи из бункера. Ты же понимаешь, что здесь... Я соглашусь с Диманом. Здесь... 11 человек понимает, что это бесполезная профессия. Блять! Смотрим, кто ты. Сделай РЛ на улице. Короче, смотрите. А мы посмотрим бункер. Ну ладно, на самом деле твой аргумент хороший, потому что я вспомнил, кто я. Не, у нас, короче, я помню, стады говнарей каких-то, блядь. Бля, Артур что-то волнуется, как будто рак мозга у него. Смотрите, вторая. Я хочу сказать вам то, что у меня хобби жесткое. Насколько жесткое? Кто? Коллекционирование гачи кукол. Гачи кукол. Судя по всему, гачи. Это нормальная тема вообще. Бля, хороший составчик, говнарь, стример, бля. Так нет, ладно. Гачи куклы, кому надо, мы можем тулить. Кто еще говнарь, да, среди нас? Следующий говнарь, стример. Нет, нет, нет. А, бля, я думал, я говнарь. Так, ты все сказал? Нет, у меня все охуенно по сравнению с вами, уебками. У меня еще все не так уж и плохо. Моя профессия... Ебало, блядь, не пизди, плиз, пожалуйста, извини. Моя профессия футболист. То есть я спортивный. Я спортивный человек, могу бегать. Ты фомик, да? Нет, чего ты сразу, да. А пол и возраст, скажу вам сразу, чтобы вы понимали, что ну не какая-то там, блядь, паскуда ебаная бегающая нахуй. Я мужчина, 37 лет. Стаж работы 27 лет нахуй. 27 лет в футбол хуярю. А чё, блядь? Как и в жизни нахуй. Футболист. Нет, я считаю, что я вообще пиздец так-то имбалансный чел по сравнению с какашником и с стримером. Ну, стример это мега говнарь, типа он нам нахуй не нужен. Типа, потому что стримеры, ну, долбоёбы, тупые. А есть какие... Если они, блядь, я нужен. Вася, есть какие-то параметры, типа там рожать до скольки можно? Нет, у меня все заебись. У меня все заебись. Потому что я мужчина. Я мужчина, а у меня все заебись. Это у женщин там какие-то дефекты. У меня нормально. Мне повезло. Ну, я осуждаю, кстати. Ну все, я все сказал, да, самое важное. Замечу, что Аня неспроста спросила. Да. А он сказал 37 лет. 60-летняя бабка, шлюха! Старуха, блядь. А в игре, блядь. Да ты... Говорят, Рома, который не вскрыл свою характеристику. Не-не-не, я бы лучше вены вскрыл. Вань, давай, твоя очередь.
Ой, здорово, бать, ну у меня профессия, конечно, получше немножечко, но тоже такая своеобразная. Я, блядь, свинопас, вообще хуй. Охуеть. Это, блядь, взялось. Но зато мы, если что, не голодать не будем. Как будто норм. Да не, нормально, ну типа ты взращиваешь. Знаешь, как свиней там, чтобы они не болели, чтобы мы не подцепили от них ничего, чтобы мы их вышли. А, у нас этот шаурмузник будет делать кент. Так, Ну, она из курицы обычно делается, не из свинины. Ну, похуй. Ну, у нас такая будет. Но, новая Куропас. Шаурма. И, короче, а тут есть карты, да? Ну, до сих пор в игре. У вас просто новые. Кто может карты? Спиздить здоровье? Правильно? Да, у меня туз есть. Ну, конечно, может быть. Да, есть, есть. Тогда у меня такая. Не буду выебываться пока. Хороший ход. Хороший ход, инвалид ебаный. Ребят, забираю. Да нет, ну я потом, когда попросите этот, вскрою. Там ебнутая карта, там убрать один голос против себя. Это очень новая карта. Да, для тебя. Хобби, я знаю. Хобби, а у меня еще хобби, кстати. Если была бы карта, типа, брать 7 голосов, тогда бы еще понять можно было. Белгардия, а можешь злому букву куда добавить, плиз? Короче. Не-не-не, подожди, не надо мне нихуя добавлять, это пиздеж. А что такое? Кукол, заебись, кстати, вообще охуенно. Это. У меня хобби. Че, ну люблю я дрочить в углу смотреть, как. Ладно. Тебя никто не спрашивал, как бы. А по игре можно захуя. Виноделие у меня хобби. Стаж 1 лет. 1 лет стаж. Нихуя там вино. С русским языком у меня не очень, блядь. Нормальный стаж. Так написано, так написано. Ой, Вань, ладно, попасешь своих свинок за бункером. Чел в новой ляче. Она готовилась это сказать со вчера, как будто. Дина, я какую-нибудь киску в бункере попас. Да. Ну если ты кисопас. Блять, мальчик напиздится, потом ему пизды дадут, блять, дома. Кисопас, блять. Все. Это вообще пиздец. Котопас. А все, я рассказываю. Варегота. Варегачка. Я. Всем привет, меня зовут Аня. Всем привет, а можно разговаривать нормально? Короче, я женщина. Я женщина. Когда остаешься, значит, остаешься. Что? Я женщина, дайте сказать женщине. Я женщина. Вадим, слышь, Вадим? Мне. Как дела, Вадим? Ну дай рассказать. Я женщина. Мне 46 лет, то бишь я могу рожать. По игре. Слушай, рожать можно. Фин! Мне 46 лет. То есть я могу рожать. Ну еще 3 года, типа, хз. 3 года, да. Мы на сколько будем? 21 месяц. Нормально. Ну почему? Я нормально. Злой будет. Я работаю, ребят, на очень интересной работе. Уже 15 лет. Я дегустатор. Я дегустатор спермы. Кормов для животных. Охуеть. Ну, кстати, это нормально. Диверсипан! Диверсипан, это ты? Диверсипан. Но я не жопой, а ртом пробую. А, тогда иди нахуй. Если, короче, будет какая-то плохая стряпня, я могу первое попробовать, потому что уже после кормов ничего не страшно. Я так считаю. Согласен. Вот смотри, вот ты это сказал, а ты вот думаешь, хоть один человек воспримет это как за аргумент того, что тебя ставить просто. Ну, тебе не знаю, где у тебя этот стимул пригодится, типа я насрал, уберись, типа или что. Илья, я пытаюсь из того, что у меня есть хоть какие-то плюсы просто вынести того, что я дегустатор кормов для животных. Нет, ну типа женщина, могу рожать, 15 лет, жру. Стоп, у тебя лучше ничего нет? Бля, пиздец, карту уебешь. Нет, почему есть? Я просто открыла. По порядку. А что еще надо? Еще что-то одно? Нет, больше ничего надо. Просто. Нет, все, хватит. Да, профессия, полвозраст, и этого все. Было достаточно, чтобы тебя кипятить. А есть вариант того, что Твиноргот насрет, ты попробуешь? Ну, не уверен. Продегустируйся. Может, лучше она насрет, а я попробую. Дина, она сказала, что она может все пробовать, типа. Нет, мне покашками кормят. Какую-нибудь фигню приготовят, я первая попробую. Я сама говном кормлю. Подождите, я еще должна третье сказать что-то. Нет, тупая вова, боже. Рома, давай. Бля, я хуй знает, ребята. Извини, подожди, я могу рожать. Не душите меня. Все хорошо, не беспокойся. Нормально, Ань, послушай. Это хейтеры. Вумен помогает вумен. Вадя. Ну все, ну я шучу, ладно. Короче, ребят.
Карта просто пиздец идеальная. Ну, кроме профессии, конечно, типа, но все, что остальное, это пиздец. С такой карты невозможно вылететь. Я грабитель. Но ты сможешь. Во-первых, я грабитель, не знаю, с каких хуев это профессия, блядь. Ну, интересно, у тебя багаж. Возьми у злого гача куклы и погнали, нахуй. Ну ладно, как минимум. Не-не-не, оставайся. Ладно, как минимум, я своим вторым то, что скрою, перебью тут всех. У меня хобби — стрельба из огнестрельного оружия, стаж 23 года. Стоп, а профессия была? Да? Вы слышали, он? А, профессия грабитель. Профессия грабитель, да. Да. Стрельба из огнестрельного оружия, стаж 23 года. Ебать этим зомбакам нахуй на пиздячу. А с чего ты будешь стрелять? С водного пистолетика? С члена нахуй. Да найдем, кто... Там далеко ты не выйдет. У меня багаж пиздец, я его скрою, ты узнаешь, чем я буду стрелять. Нормально. Я понял. Не, нормально, у Рома нормальная карта. Да, сами охуенные. Туда. Если что, он спит. Ром, такое ощущение, что ты самое имбовое выбрала. Да что ты? Да, поверь. Как же Апатия играет, блядь? Бля, мне как-то вдруг кажется. О, я? Найс. Я. Так. Давай, Люк. Чё с козырей? Мочи этих зомби. Короче, профессия у меня модель, но... Ну, это нормально, это уважаемо. Зомби заценят. Но попрошу заметить то, что модель подразумевает под собой это, типа, охуенное телосложение и так далее. Это так написано или ты сам подумал? Не, подожди, бывают плюс-сайз модели. А бывает, вон... Мне Ваня сегодня скидывал на ногу. Терминатор бывает, вон... Бля, буду про вот это плюс-сайз первый раз в жизни услышал. Хуйта профессия, я сын. Слушай, я не знаю, как ты. Я знаю, как ты ел в Стамбуле. Сладкое номинал в 2 ночи. Так, ладно, а теперь с плюсов. Состояние здоровья, аритмия, 100% тяжесть. Реально? А ты решил сегодня вылететь? Нет, я... В смысле? Почему вылететь? По-быстрому. Ну, кстати, честно сказать, как будто сегодня это даже плюсовая. Смотрите, я вам так скажу. Здоровье пока еще никто не скрыл, я еще никому не угрожаю обществу, типа, просто есть своя проблема. Что бы тебе с аритмией угрожать кому-то? Не, подожди, есть как бы своя проблема, я ее решу, но так или иначе, никакой угрозы я не ношу, в общество не несу, все, мне похуй. На этом мои плюсы закончились. Блять. Не, а аритмия, типа, в тяжелой стадии она опасна или нет? По-моему, снижу. Ну, бабушка Ольга говорила, что все нормально. Просто сердце вот так все время будет по-разному биться. Типа, то медленно, то быстро. Там, типа, в биты не попадаешь. Либо вообще не будет биться. Я бы так сказал. Ты сайбер не поиграешь нормально. Алло, нахуй. Я так скажу, блядь. В ту катастрофу, которая у нас сейчас есть, не только, бля, у меня будет биться быстро, сердце то медленно. Поверьте мне. У тебя будет два раза быстрее биться. Хороший, Лех. Это тебе пригодится такое. Спасибо. Ну что, ребят, еще я его пристрелю просто. Это красан. Спасибо, родной. Подожди, это Диман говорит, чел, у которого антирекорд по выбыванию из бункера, да? Братишка, там, ну, не антирекорд, потому что вы просто относитесь, а не думаете. Охуеть. Это не прямая игра. Ну давай, Диман, покажи, как надо. Дядя, мы что, одни с Вадимом вскрыли, типа, возраст? Ну... Вы что, офигели? А что такого? Я первый раз. Ебать, ты так флексишь этим возрастом, как будто у тебя там пиздец. Рассказывай, что могу урожать. У чела с аритмией в 100% сердце будет так хуярить иногда, что нас зомби услышат. У тебя после пола и возраста просто пиздец написано. Поэтому рассказываю. Моя профессия — сгибальщик. Что? Сгибальщик. Это что, блядь? Это бендер, интрига для вам останется. А багажник — 5 ящиков водки. Подожди, расскажи вам, что такое. Я написал сгибальщик, бля, мне выбило бендер Футурама, нахуй. Сгибающий Родригес, блядь. Что такое сгибальщик? Я сгибаю листья металла, не знаю, все могу, лист. Короче, укладчик. Угу. Уже новая профессия, да, у тебя укладчик. Как у тебя, блядь, написано? Я же сказал, сгибальщик. Наргот, зарегистрируй нас. Это в скобочках? Сгибальщик. У этого, у Димана... не будем акцентировать внимание на моей профессии, а сакцентируем внимание на том, что у меня 5 ящиков водки. А водка является, как вы знаете, прекрасным антисептиком. Странно, что Диман не сказал, сгибальщик, в скобочках доктор. Вот, и в случае укуса зомби... В скобочках все профессии мира. В случае укуса зомби, я... Я думаю, Диман наебался, на самом деле у него написано съебальщик. Нормально,
говнарь его попустил, чувак. Красава. Киноргон, закрой дверь снаружи, говно он несет. Киноргон не обосрался, не обосрался. Короче, в случае укуса зомби или любой травмы, мы можем ее как минимум согнуть. Да, это так работает, вот он хуйнул, заявить. Если что, Диман всю жизнь сгибал зомби, типа, чтобы вы понимали. Есть шанс, есть шанс. И косточку согну на пятерку. Он сгибал. Опа! 46, она сказала. Можно. А ты, когда ее согнешь, ей будет 23? Хорошая. Короче, ребят, у нас начался ритми 100%, в принципе, не вижу смысла еще что-то говорить. Началась машина. Нормально ты его согнул. Дина, давай. Спасибо, спасибо, Дмитрий. Ну что ж, ребят, послушала я про ваши профессии. Уходишь. Это, конечно, просто жопа. Дим, согни ее. Вы знаете, как она сейчас подведет, и у нее будет самая хуевая профессия на столе. На самом деле, кстати, нет. Видеоблогер. На самом деле нет. Excel. Ребята, на самом деле, я и так думала, что у меня хорошая карточка, но мне повезло ого-го как. И мне, кстати, пригодятся эти самые ящики Google карт Эликса, потому что я единственный доктор на этой карте. Да ну нахуй. Да, ребята, внимание, я врач-уролог. Уролог. Дина, у меня на члене какой-то прыщ выскочил. А есть кто смелый прямо сейчас, типа, хуй покажет? Я напомню, что уролог может у мужчины убрать бесплодие, если стаж больше одного года. Класс! А стаж какой? Не, не сработает. Я не удивлюсь, если стаж 0 лет. Это а если, а можно скажу? Реально меньше одного года стаж работы? Да, в минус это один, блядь. Раскрою. Когда фантазия хочу. Ну, типа, два месяца. Все хорошо, правда. На яички посмотришь. А у тебя что, курочки есть? Да. Так вот, профессия супер полезная, это все поняли. Я раскрою факт номер один. Факт номер один, я понимаю язык животных, а зомби, они в какой-то степени, понимаете, уже не любят. Злой тебе будет с кем разговаривать. Язык. Да нихуя это, хуйня это ебаный аргумент вообще. Мяу. Да, кстати, с ритми 100%. Я подъеду на VPN, буду засыпать, это ники. Подождите, я еще могу успеть умереть, нахуй, когда за столом. Вы сильно на меня не ругайтесь, пожалуйста. Зомби убили. Я закончила, передаю слово. Спасибо, Серега, давай дауби. Так, мне две эти пласы надо рассказывать, правильно? А, обязательно профессию и любую Диман. На выбор. Да, да. Диман, я профессию сначала... обязательно и любую на выбор, да. Диман, когда мне... Ладно, потом. Давай, давай. Всё, ритм. Потом, короче, с профессией мне очень сильно повезло. Я поэт, я буду сочинять вам текста, будем делать... Ты знаешь, как повезло? Да-да-да. Не, ну подожди, понятие слова. Ну, типа... А из положительных у меня... Ну, то есть ты понял, что это отрицательно. Я понял, что не прокатит. Из положительных у меня хобби — разведение пчел. 29 лет. О, найс, вот это охуенно. А что такое пчелы? Это что, вообще нехуй делать было по жизни ничего? Не-не-не, пчелы — это охуенно, давай не пизди. Это у нас, получается, как это называется, блядь. А тебя разводил на бинома? Это, смотрите, во-первых, витамины будут, потом углеводы. Вот. Ну и просто как бы покушать, я думаю, мед все любят, правильно согласитесь? А пчелы у тебя с собой? С собой в кармане лежат. Матка тоже с тобой, матка? Так я беру просто с тобой. С тобой, блядь. С собой, ребят, не переживайте. Матка, 29 лет занимаюсь, ну разве я, блядь, хуйню буду делать? Сделаю такой мед в охуе. 29 лет делаешь? На самом деле это было бы ебануто полезно, если бы у нас была типа цивилизация разрушена, так-то она не пострадала. Ну или пчеловирус. А вы не знаете, как разводить, я вам подскажу. Ну подскажите, нахуй. Ну и рэп еще будем писать, я поэт. Я тоже поэт. Раз, два, три, четыре, пять, Дмитрий Ликс, пидорас. Ну то зато со смыслом, ребят. Дина, тут вообще не в рифме дело, нихуя. Там в Stream Inside, по-моему, пост появился. Макривский улетел. Куда улетел? На пчелах? Так менялось. Так, на пчел не пиздите при мне. Понял, понятен, типа, да. Не, ну я остаюсь, ну понятно, пчел, блядь, все любят, и мед тем более. Разведение, типа, ты их разводишь? Наташа, ты молчала то очень долго. Как раз я шутил минуту назад. Ты в Майнкрафт играла, ты знаешь, как вообще все это строится? Там из двух больше их появляется, потом... Ну вот.
Ну вот. Вы разводитесь типа на бабки? Да, хорош. На какие бабки? Сейчас. На это самое, чтобы сейчас больше было. Профессия, я так понял, чтобы шутник. Чтобы они размножались. Стаж 5 минут. Нет, я не играю. Давай, Наташ. Кто? Что за хуя? Моя профессия негр. О, блядь. Неплохо. Нет, Ваня. Ваня, что за хуя, пидорго? Ваня, а что на стриме у меня... Что ты сделал мне? Сука, как это смешно, пиздец. Что я тебе сделал? Что ты у меня на стриме сделал? У меня там какой-то кент со смайликом на лице у меня. Что это реально за хуйня? Он тебе народ дает. В смысле? И наргот дам народ. Софья, что это было? А в багаже у меня плохо. Реально смайлик. Наташа, подожди, ты не шутишь, что ли? Ладно, профессия у меня скульптор. Просто, ну, чтоб это уже, ну, как-то это, скульптор, ну, очень смешно. Я не знаю, кстати, сколько у меня этого, стаж работы. А, у меня тут написано внизу, да. Вижу, да. Ладно, первая профессия твоя смешнее была. В общем, скульптор, скульптор я, это очень полезно. Ты нихуя. Это очень полезно, потому что я могу скульптурировать людей. А бункер себе захуяришь? И чтобы зомби на них нападали, а не на нас, не на живых. Понятно? Типа я сделала... Понятно? Бля, вот какой еще хуже аргумент можно взять? Я сделаю статуи, и на них, получается, зомби будут как-то нападать. Если бы Диман был скульптором, он бы рак лечил. А мы их будем. Не, у Димана скульптор был бы вообще типа, блядь. И еще я мужик 30 лет. Бесплоден. Это уролог, если что, может вылечить. Да, уролог может это все вылечить, поэтому вот. А я могу одного фенаргот или как? Что? Одного. Ну там от твоих физических способностей. Стаж работы у тебя равен стажу работы. Стаж работы скульптором у меня 0 лет. Это с пластилина, пока хуярит. С таким стажем даже жизнь-то не слепить, а ты хочешь. Да, конечно, ебать нас команда дерьма, я в ахуе. Я хуй знаю. Не, ребят, я закерю этот бункер, я говорю. Команда дерьма мне нравится. Ладно, можешь мне негра поменять, пожалуйста? Он осуждает. Йо, what the fuck? Осуждает. Все знают, что на кейке весело. Скульптор на ле. Я просто... Это самый положительный. Это как вообще? Это просто как? Да, это вообще с козырей пошла. Подождите, с какого момента у нас это ты что-то лепишь, мама тогда сказала, о, будучи скульптором. Ребят, у вас уролог, если что. Я напомню, пока что можно как-то в любой момент разыгрывать, просто говорить, сколько раз звучит. У нас, что у нас уролог выебывается, ебать, слышь? Грабители, ебать. Я выебываться не буду. Понятное дело. А тебе и нечего. Бля, ну как будто все в говне. Может, что-то по одной еще вскроем и двоих кикать? Ну, все в говне, а два раза в говне. Понятно, кого кикать здесь, очевидно. Да. Кого? Сейчас чел ИРЛ запустит, и все, и бункер с бункером. Опять злого первого. Бля, ну стример реально самая попущенная эта профессия. Подождите, не, ну стример, и у него гачик кукол-то. Я тебе это просто пиздец. Получше подумай. Ебанщик ебаный, 5 ящиков водки. Нахуй он всрался, на шоу Рушейкер. Погодите, да, давайте, все, может, скипнем, начнем следующий раунд, и тогда кикнем. Let's go! Давай, давай. Давай, мы, кстати, даже очень быстро раунд прошли, так что я думаю, с норм будет. Тогда, начиная с Наташи, по одной характеристике вскрываем. Давай, Наташ. Добей нас. Я факт номер 2. Я считаю себя оленем. Да, я не знаю, нахуй, нахуй. Мне кажется, мы определились, подождите. Ты вообще работаешь? Давайте голосование. Я вам клянусь, это досрочно за Наташу. Клянусь, это лучшее, что у меня было. Скажи, что ты на оленем. Олени нихуё орут, блядь. Блядь. Диман знает. Так, у меня безотказный.
Можешь себе блокировать? Не-не-не, в этом я могу отказать. Вот, допустим, наш наебал, блядь. Водочку с ним вот бахнуть, любое время могу. Это нормально вообще. Потом, нет, это вдруг... алкоголик, факт. Нет, 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 вдруг там какие-то, знаете, это самое, ну кто-то захотел там, если что, это там утром или вечером. Тоже безотказный, всегда могу помочь какой-нибудь чё? Девушке. Че утром? Или... Девушке, че, а, парни? О, спалил то, что мужина? Опа. А, так я ж поэт. Хорош. А поэт. Еще девушки поэты. Вот, блядь, да я. Че я делал? Стоп, ребята, у нас реально девушек очень мало. Старушка посидит. Дина, давай, твоя очередь. Ребят, мне кажется, моя картинка слишком имбовая. Да, поэтому давайте кикнем его. Я говняный какой-нибудь пункт вскрою. У нас уже есть один говняный пункт. Это не в твоей юрисдикции. Говняный штрих тогда. А почему ты не можешь сильнее вскрыть? Так я уже и так уролог. Ты чё? Чтобы забалансить меня. У нас только один бесплодный мужик. Да. А мужиков целая куча у нас. Так я врач, я полезна. Алло, вы что, с ума сошли? Алло, кому звонишь? Алло. Ну я хз. Ну, как будто у тебя нет шансов пройти. Так, окей, я вас поняла. Ладно, вскрою что-нибудь нормальное в таком случае. Вы меня напугали. Блин, нагнали на меня. Я хотела веселенько вскрыть. Ну ладно. Окей, полувозраст. Женщина 34 года. Стаж работы у меня 4 года, поэтому все нормально. Женщина? Получается, я 4 смогу вылечить, да? Да-да-да. О, нормально. В общем, вы можете... Нихуя себе, блядь! Ебать! А жизнь так работает? Да, я сама тоже рожаю. 4 смогу прям сейчас? Дыши, дыши! Тушь, тушь тебя, блядь. Главное, чтобы Илья не переволновался. Так все, ебать, нормально. А в смысле, а Илья что, отец? У него аритмия. Стоп, Аня, ты бесплодная? Не, почему? Мне 46 лет, я еще 3 года. Пончик живешь. Ой, так. Диман. Диман. Президент на кик. Не, я не могу быть президентом на кик, потому что у меня ну все нормально, в отличие от аритмии 100%. Вот. А сколько здоровье? У тебя 70%. Ладно, ребят, я вскрою полный возраст, просто заткну ебало где-то до... Ну, в принципе, я уже буду в бункере. А полный возраст, Android 27 лет, стаж работы 27 лет. А, нихуя себе, ебать. Нахуй это надо. Детка, на, нахуй. Ух, нихуя. Ебать, трахнул стол. Подожди, стоп! Так нет, это имба, это имба же. Подожди, он бендер. Это имба, я не могу стать зомби, я могу что угодно делать. Он не болеет, у него идеальное здоровье. Мне вообще похуй. Ля, человек не такая, не-не-не, там сейчас... Проблема, он может сломаться, ему 27 лет. Сейчас у андроидов свое состояние здоровья может быть. Так он бендер, реально, он там, когда пишут сгибатель... А, да-да-да, бендер же тоже сгибатель. Он может быть ржавым. Так что такие дела. Короче, я бендер и шучу охуенно, так что все. Ну, я могу вообще ебало завалить до конца. А как это связано? А где в шутках тебя написано? Где шутки написано? Бля, ребят, 220 BPM где-то слышу. А, это у нас чел на аритмии. Пишу биты уже. Все, Илью, говори. Ну, про шутки не спиздел, конечно. Хорошая. Так. Это сильная была. Когда я сделал кардиограмму, мне врач показал график, я сначала сказал, нахуй ты мне показываешь фотографию Гималай. Ладно. Диман, учись, блядь, когда шутить. Хорош, хорошая. Так. Да я ебал! Ты у нас что, проходной двор тут, блядь? Наташа же раз 4 встала, блядь, мне кажется. Ёбаный в рот, я не знаю, что мне говорить. Ну пизда тебе, походу. Ну можешь сказать, ребят, спасибо всем огромное за игру, пока. Самое время для карты действий, да, Илья? Ну, у меня две охуенные карты действия. А, верим. Ну, мы можем узнать о них, Илюх, или чем. Погнали, нахуй, хобби, съемки в домашнем порно, стаж 15 лет. Аритмия 100%, блядь, порно. Так вот где сердечко-то подупало, блядь. Это вытекающая просто хуйня. Нет, вытекающая члена была, это к урологу. Мы с таких хуёвых карт будем начинать. Как же у нас бендер отжигает. Бля, он 15 лет ебётся. Так да, хули делать, все скрывают говно всякое, что делать-то? Вот сожрать. Так ты себя как задефал, да? В смысле? А так, я свинопас, я вообще кайфую. Факт, мне тоже пока все нормально. Я не знаю, помимо того, что у меня, я уже напоминаю, что у меня пиздец охуенная карта, а она у меня еще, ебать, подходит к нашей теме. Факт номер два. Пересмотрел сериал «Ходячие мертвецы» 20 раз. А, да, это стоит. Что за хуйня? Чел в чате пишет, хули злой без настроения, так бункере нета нет. Ребят, 11 сезонов 20 раз пересмотрел. У меня нета нет, я не могу. Так ты этот, блядь, какого? Ты Дэрил или как? Да, я... Ты дебил, ёбаный. Который с арбалетом тип там. Что-то она придумывала себе. Нет, там грабитель же этот был, Иисус, по-моему.
Что? Что? Ну, там был персонаж Иисус. Да, и он умер. Был. Чисто делайте клип, вырезайте из контекста и все. Все в ахуе. И батл пас закрывается. Если они сделают на кике клип, это уже все в ахуе будет. Особенно разработчики кика. Они такие, ебать, мы же не добавили. Короче, пересмотрел сериал «Ходячие мертвецы» 20 раз, так что, ебать, я еще и стрелять умею. Ебать, я охуенный. Ты там научился? Да, я смотрел, стрелял. По телевизору? Аня, давай, твоя очередь. А когда можно карты действий знать? Когда можно карты? Сейчас. Просто штоп игра и все. Штоп именно. Штоп. Блин, мне просто кажется, что у Дины все очень круто, это нечестно. Хочешь немножко подразъебать? Давай, Аня, делай. Я полностью согласен. Типа, блин, Дин, тебя просто, ты и рожать можешь, и лечить всех, ты очень крутышка, я себя чувствую дерьмом. Давай я юзну карту действия, Дин, прости. Забирай все. Просто кикает. Я, получается, Фин, могу выбрать открытую любую характеристику и заменить на рандомную, правильно? Да. У кого какую? Ну вот, давай. Ну вот, давай профессию. Чтобы тебе больше не ругалась, Аня. Чтобы ты вот так воздух набирала и не могла ругать больше. Диночка, на твоем месте я бы сейчас тише травмы, блядь, ниже воды сидел. Иди, не меняешь профессию, да? Да, да. И все бесплодные за столом. Сейчас, да, Наташа. Ну чё, здорово, видеоблогер. Дина, твоя новая... Хай, с вами Дина, блин. Вирусолог. Охуенно, блядь, спасибо. Да ебать, пошла ты нахуй. Сорви его нахуй. Да, но я пыталась. А всё, Ань, написано, что вот Наташа бесплодная. Где это читать? Её не видно. Кстати, да. Вот, запоминай, хуй, сос ебаный. Ладно, я просто хочу... Да, нахуй, чтобы я свинопас остался, а ты съебалась. Я просто хотела побаловаться, Дин, ну ты удачливая, ладно. Да, особо ты остался. Ну я поняла, да, что ты мне... Теперь я тоже не знаю меня. Карту действий. Ты можешь поменять карту профессии у любого игрока на выбор. Дина! Мою! Опа, все в Дину. Бля, нет, чтобы из ультра себе поменять. Новая профессия. Стоматолог. Да ебать, да как это возможно, нахуй? Че такое, блядь, это еще лучше. У кого еще карта вскрывайте, блядь. Она 9 лет, нахуй, блядь, отучилась. Че за бред вообще, блядь? Да, блядь. Еще кто? Давайте, я готова. Да пизду, юзаю карту, заменить открытую карту, профессию любого игрока. Дина! Просто себе могли поменять. Да, блядь, в пизду. У меня хорошая профессия. За меня открытую карту профессии любого игрока на случайную скалу. Новая профессия дизайнер. На нахуй, ебать! Уходишь! А чё, подберёшь лучок ты, ебать? Вот как папа вязает карты нормально, нахуй. Бля, вот это я, блядь, вот это папа вступил в игру. В смысле, охуенная профессия, блядь, чё вы пиздите? А, о, модель! Так, Аня, можешь характеристику? И нахуя мы это все потратили? Можно любой факт. Вы просто три карты охуенных потратили. Блядь, у нас просто дебилы какие-то, стадо дебилов вообще стоит. Один футболист, мы как конченые собрались с такими дебилами и просто обсуждаем нормального человека. Какие нормальные профессии взять себе, понимаете? Дизайнер, слушай. Это же неинтересно, дизайнер. Дизайнер, что ты пиздишь там? Да, так, кстати, дизайнер. Опа, блядь. Ладно, я завалила, пожалуйста. Чем тебя переоденут? Короче, теперь у нас никто не может, да, вылечить от бесплодия? Да нет. Зато приодеть могут. Короче, можно любую, да, вскрывать? Серег, подожди. Серег, ты что-то спрашивал про карты? А, да, где эти карты взять? Я они, смотри, ниже. Они видишь, у тебя в самом низу там написано. Карта действия номер один. Карта действия номер один и карта действия номер два. Просто, я открой на компе его. Там пару майнеров будет просто. Я не понимаю, где там что-то. Опять буду носить день. Под заголовком Battle Pass. А где карта? Можете еще раз сказать? Раскрой, нажми раскрыть у сообщения Финаргота. Он не знает пока что такого. А почему Дмитрий Лик пишет в чат? Дина похожа на хуй, возбуждает меня. Что это за хуйня, Дим? Ну ебать, Диман, ты чё? Ему даже лайки ставят! Я тоже поставил. Я тоже въебал лайк. Не я, Дим. Ты не въебал, крыса, там три было. Я не могу, блядь, погоди, а вот. Я ему лайкаю. Смотри, ему ебашат лайки.
Так, все, Вася, все, все, я давай расскажу про свое хобби. Так, запускай. Так, ну что ты, дегустатор дерьма. Я 12 лет занимаюсь кулинарией, хорошо готовлю, вкусно. Я женщина, могу рожать, еще вкусно готовить. А ну, как блядь. Это связано? Типа ты рожаешь и вкусно готовишь? Нет, просто у меня хобби кулинария, 12 лет. Пончик. Настоящая женщина, ну да. Из детей вкусно готовят. То есть, по-твоему, если женщина не готовит, она не женщина? Нет, почему? Она женщина, но я такая... Ну такая недоженщина, да? Ну такая прям, настоящая. Нихуя ему, ебать, у него наебачены. Как будто в телеграме, ебать. Ярил, блядь. Хули жопа рваная. Если он так будет от зомби убегать, конечно, мы в дерьме. Давай, если напас, ебаный. В дерьме только один человек. У меня очень все зависит, я пиздатый фермер, у меня и виноделие, и напас. Но я сейчас открою тогда то, что Финаргоду понравится. Факт номер два. Может, что всем другим понравится? Финаргод типа кикарь, скорее всего. Как будто я бы не рассчитывал на Финаргода. Я, короче, обосрался на сцене во время выпускного. Ну, блядь. Было, блядь, со всеми. Ничего такого, я считаю. Ничего такого, я считаю. Ребят, немножко забегаю вперед, но вопрос, что у нас за карточки? Я просто потом вскрою кое-какой факт, и, ребят, что за карточки? Факт, который ты вскроешь, это то, что ты не проходишь бункер? Так, подожди. У меня есть серьезная хуйня, которую я сейчас вам вскрою, ребята, но я не знаю даже, что это. Просто если это то, что я думаю, то это полная хуйня, но... Что-то с говном связано. Нет, с наркотом ничего не связано. У меня хобби, ребята, послушайте внимательно, очень такая жесткая тема, крафт косплея. Это что нахуй? Создаешь косплей, наряд. Создаешь косплей, да. Из этого, из бумаги, блядь. Костюмы шьешь. Блядь, а вы заметили, как он в крестивую хуйню, типа... Это, у меня такая тема необычная, крафт косплея. И здоровья, нихуя, блядь. В смысле? Ты покажи, как надо. Блядь, давай, скрывай ты сейчас. Только один скрывай. Мужчина нахуй скрыл, блядь. Я скрою на следующем ходу здоровье, ставлю очко свое. Смотрите, крафт косплей, подожди, ебало, вольнисо, смотри, крафт косплей у меня 26 лет, чтобы вы понимали. У меня, блядь, 27 лет я... А кто я? А кто? Футболист, нахуй. Футболист 27 лет и крафт косплей 26 лет. И Наташа, закрой дверь, нахуй, пока я ее не сломал. Вот. Я футболист. Этот, я могу нам сделать косплей на зомби, и мы будем просто нормально передвигаться. Я такое видел в каком-то... Звучит прикольно. В «Ходячих мертвецах» так было, они кишками зомби обмазывались. Вот, я такое видел в каком-то... Мой парень, что-то там, блядь, зомби, что-то такое, или как-то там... Короче, там так тоже делали, поэтому это нормальная тема. Ну, я без шуток. А зомби, они на запах ловят людей. Ну, так мы будем... Так мы не будем. Мы будем говном вонять. Зомбов у нас хватает на первом и четвертом слоте. Не, ребят, мы будем кишками просто их обмазываться. Я знаю, как это работает. Ребят, я дизайнер, могу костюмы сшить. Согласен. Не, иди нахуй. А, или надо мне, стоп, не пойму. Подожди, мы в таке, я, Дина и ты, мы, бля, по моде. Факт! А Илюха будет первопроходцем, кто будет выходить на костюм. Я буду ебанутой походочкой идти. А я просто рожаю вкусно готовлю. Илюха, покажи походку, с которой ты из бункера будешь раздавать. Сука, и не скажешь тебе нихуя. Ладно, выходовы кусим. Поэтому и тебе тоже, давай, блядь, давай, робот, давай. Не сказать ничего. Но не то, чтобы вы пусти я 20-летняя, 4, стаж работы 4 года, я стримерша, онлифанщица. Ой, остаешься. Да, я могу писю показать за токены, за шаги. А ну покажи. Написано бесплодное. Доказывай, ёпта, блядь. Пиздёж написано. Нет, не было бесплодия. 20 лет молодая, охуенная, классная, с вагиной. Отсосу каждому. Бля, я вам говорю. Это настолько читаемо, я уже два, блядь, предсказал. Так, ладно, я типа напомню, то, что здоровье я... Сильно. Говнарь, мы помним. Да, что я шаурму кручу-верчу, также насрал во вкусные точки, подставил друга. Так. Вот. А, чтобы мне вам рассказать. Уже расскажу ничего. О хобби. Уже на протяжении 30 лет я коллекционирую втулки от туалетной бумаги. Блядь, ебать! Ты специально вылететь хочешь?
Почему? Бля, я у тебя прям плюсов вообще не вижу, типа. Почему у него реально все с говном? Вы не, блять, почему? Я не понимаю. Почему? Карта действий номер два. Рядом с бункером находится вкусная точка, состояние идеальное. Я не думаю, что оно идеальное, нахуй. Состояние с небольшим минусом. Но оно по-любому обосранное, поэтому... Либо один рвет хлам. Один рвет, пиздец. Ну давайте, погнали кикать, ублюдков. Просто какова вероятность? Состояние обосранное. Вы можете перераздать карты профессии трем игрокам на выбор, включая себя. Ну-ка. Опа. Опа. Пожалуйста. Я... Дай мне. Финаргот, помогу, подсоблю. Помоги модели. Грабителя там. Перед смертью. Согласен, не надо мне менять. Мне кажется, почему тоже не надо. Мне, моделя, моделя. Поменяю Андроид. А Илюхе, Илюхе. Меняю себе. Илюхе надо. Меняю Роме. Так. Сука, блядь. И Илюхе. Сам заебись. И Илюхе, ладно. Найс! Бля, давай, давай. А ну, хуярь. Ой, блядь. Давай на рандомчике, нахуй. Так, моя... Битмейкер. Моя профессия археолог. Ебать, блядь. Моя профессия? Археолог дерьма. Профессия Ромы слесарь. На! Вон. Нормально, ебать, не остается. Нормально. Илья. И у Ильи профессия, блядь. Видеоблогер. Частный профессия, детектив. Блядь. Найс! С аритмией раскрыл дело и умер просто. Блядь, а почему ты мне не поменял? Я стример бесполезный. Ну, это ты же говорил, что пиздец полезный. Она говорит, что ты самый полезный. Ты же говорил, что ты полезный. Да. Ну, уже полезный, да, получается. А можно еще завязать карту действий? Можно? Какую? Короче, можно. Короче, заебали все профессии, сдвигаем так, чтобы я стала слесарем, Фин. Ну, понятно. В общем, все профессии сдвигаются влево. Блядь! Есть, я свинопас 27 лет, нахуй! Я теперь сгибал. Я того все ебал, нахуй. Я сгибальщик! Бля, я частный детектив, мне это нравится. Я дизайнер заебал. Это так мою карточку дополняет охуенно. Блядь! Наташа, что у тебя было? У меня скульптор. Блядь. Для кого тебе быть бесполезным, брат? Бля, у меня карточка, как будто я всю жизнь ждал апокалипсиса, блядь, зомби. Ну смотрите, сейчас у нас сдвинет Вэлл все. У нас получается то, что Наташа станет археологом. При этом у нас Серега будет скульптором. Дина будет поэтом. Да мы видим, не переживай. А, уже сделали все, да, все сдвинули. Да. Ну чё, стример, говнарь ебаный. Я футболистка, пацаны, я футболистка накачанная, охуенная сисями, блядь, пацаны, мужики. А, пруфы. Мужики. Блядь, футболистки, это просто кринж, нахуй. Настолько тупые, блядь. Давай, злое дело делай. Мне реально поэт уже, получается, нахуй не нужен. Ну, Лёвочка, да, вот я согласен. Ребята, у неё реально сиськи, я вижу. Нихуя, бидоны. Да. Кто хочет пеннисом пройтись, по, ну, типа, между. Сначала хотел сказать, нахуй нам ебаный сенопас, а потом подумал, вроде и нужен. Типа, хз, как будто без него как-то сложно будет. Так, мы начинаем голосование, начиная с Наташи в сторону Сережи. Говори так, она сейчас. Какое-то голосование, каждый... Так. Имеет минуту на монолог, после этого дает голос. Тот, кто набирает больше всего голосов, будет оправдываться. После оправдания можно перенести голос с одного игрока на другого, но только один потом раз. Потом это будешь стримить, обсуждать? Конечно, блин. Я Наташ, не знаю, давай. Честно, кто блядь. Тут вообще полезный. Мне кажется, все тут, каждый бесполезен, блядь. Буду голосовать среди бесполезных за самого бесполезного. Я знаю, вообще, кого голосовать. Такого нету. Я буду голосовать себя. Против Дины, блин. Не знаю почему, просто потому что она поэт. Дина, навали, у лукоморья дуб зелёный. Наташа, если что, я рожающая. Ага. Ты рожающая, тогда я тоже рожающая. Но летний археолог считается оленем.
Ну смотрите, у нас еще XL, Макрин, Сайт. Сложный у тебя ник. Не-не-не, стой. У меня профессия, которая перешла от Ликса. То есть, если бы она просто от любого другого перешла, она была бы useless, но когда она переходит. Ты все умеешь, Илюх. Когда приходит от Ликса, я сгибаю просто, блядь, ну не знаю, титан на. Короче, мне кажется, нерационально было вскрывать, что ты снимаешься в домашнем порно 15 лет. Лучше вскрыл, сколько тебе лет и кто ты вообще по жизни. Считай себя оленем. Кто ты по жизни, блядь? Я олень! В прямом смысле спрашиваю, схуяли. Кому голос в итоге? Я не знаю, блин. Себя ебашь. Ну, частный детектив может понадобиться, вдруг у нас расследование появится. Я стоять умею 23 года, ебать. Сгибальщик? Пошел нахуй, сгибальщик. Непонятно, где все. Ты вообще олень, блядь. Съемки. А, подожди, съемки в домашнем порно. Ладно. Подожди, стоп! Ты меня только что хотела за эту хуйню кикнуть, теперь ты меня за эту хуйню говоришь охуенно. Или... Так кому голос, мне? Это на рандоме, Илюш, не обижайся. Так, голос Илье, дальше Серега. Так, ну я думаю, да, что я сомневался либо Дина Блин, либо Exile, но все. Да что за ты, вот, блядь, это. Не, вот, ну, сука, думаю, вот, проголосую. Это знаете, как бывает, Дина, про всех блин забыли, блядь, но вот, типа, когда я... вот первого начинает топить, в него, типа, все. Илюх, я всех сейчас посмотрел, и реально, вот, ну, смотри, мне грозит, вот, кого выгонять? Там еда, там девушка-футболист, здесь... Я, ну, блядь, я единственный, здесь стрельба из оружия, просто, не ушикаешь. Я буду голосовать Дину Блин. Наныл Илья, хорош. Не-не, я же сказал, что у меня был, ну, типа, либо Илюха, либо Дина Блин. Буду голосовать, потому что рэперы нахуй нам в бункере не нужны. Всякие поэты, блядь. Что же тебя досталось, Серега? Вот, ну так и... Хорошо. Я думал, как от этого избавиться, и, видишь, повезло. Вот. И понимает язык животных, а зачем это вообще? Ну, просто бесполезная способность, поэтому извини, Дина. Этот... Ой, Серёжа. Фин. Мы проживем без тебя. А карта действия, вот выбери двух игроков, это и я могу быть? Ну, если там не написано то, что ты не можешь выбирать себя, то да. Не написано, понятно, ладно. Так, ребят, смотрите, я буду выбирать среди тех, у кого не вскрыты пол-возраст. То есть я не трогаю. А здоровье похуй? Причем? О, Илья, да, спасибо, что напомнил. Так, я приглядываюсь к Ване Инсайдеру, у которого непонятно с полным возрастом, да, который дегустатор корма для животных. Все, что мы знаем о нем, он дегустатор корма для животных. А Финарго тебя не смущает таким же... Подожди, я же говорю ряд, ребят. Виноделие, и плюс ты обосрался на выпускном. Так. Финарго тоже неизвестен, пол, возраст, профессия нам также не пригодится, и то, что мы от него узнали, то он опять насрал, коллекционировал втулки, тоже нам не помогает. Так, у Ромы не скрыто, но он полезный, он точно остается. Илья, ты тоже под пошла прицелом. Пошла аналитика лютая. У Наташи вскрыто, она сидит. У Сережи не вскрыто, я не хотела против тебя, Сережа, но теперь я точу на тебя зуб. Так, в общем, я выбираю между Финном, Ваней и Ильей. В Илье уже лежит голос. Я, наверное, свой голос сейчас положу в Финна. Если что, там можно будет перенести голос. Так же, как ты положил в винодельня и в тулки, положу свой голос. Я юзаю карту действий. Так. Давай. Выбери двух игроков. Они поменяются половиной случайных характеристик. Вишня. И кто? С кем? И я. Фух, повезло, блядь, слава богу. Ебать, у меня сейчас сердце нахуй остановилось. Просто сидит Рома с идеальной карточкой, она выбирает вишню. А что, у нас с тобой плюс-минус все нормально, зачем? Все, ебать, ребята. Вы меняетесь профессиями. О, сюда. Так, да. Также вы меняетесь фактом номер один. Ого. Фактом. Это мне надо ей скинуть? Ну, если у тебя не вскрыт, то да, надо ей скинуть. А. И пол и возраст. И последняя характеристика — это состояние здоровья. Бля. Все, тебе точно не жить нахуй здесь. Ты охуела, за что ты меня вкинула, блин. Я довольная какая. Так, еще раз, а что мне надо? Факт номер один. Я, конечно, еще не хочу сказать, но теперь у кого-то похуже, чем у меня, состояние здоровья, да? Судя Походу, да. А за что я, блин? Бля, я, походу, понял, как я мог вылететь, слава богу, блядь.
Так, факт номер один я тебе скидываю. Держи, блядь. Скрытое состояние здоровья. Ой-ой-ой, за носом, походу. Но это не вскрытое, я тебе кидаю не вскрытое. Я тоже тебе кидаю не вскрытое. Так, факт номер один, состояние здоровья. Так, по лицам, смотрите по лицам, по лицам. Пола, возраст. Кого из них кикаем? Профессия. Наташа, скорее всего. У меня открытая профессия и полувозраст. Карту действия ты можешь хоть сейчас... Карта работает уже? А что это такое вообще, можешь рассказать? Ну, просто мне написать потом. А я никого не понимаю. Это вторая. Сверху. Ну, что-то не как-то не прям пиздец, Наташа. Я думала, будет хуже. Да-да, Ань, мы верим. Я тоже так сказал. Не, ну... Вот это актерочка. Оскар. Не, я думала, прям пиздец будет какой-то. Оскар Делахоя. Нихуя себе. Ну там 100% тяжесть, это пиздец. Опа. Как, без спойлеров. Бля, зачем? Ну ты дурочка, зачем ты это говоришь? Это может нас склонить, кстати. Чтоб тебя гасили. Нет, они только... Как же Аню все кинем, да? У нее кулинария, я хотела кулинарию забрать. Блин, а тот уже не готовит, ты не умеешь. Да, как будто вы поменялись характеристиками, голос Дина дала мне. Ликс, твоя очередь. Голос Финаргота. Ты чё, охуел? Воняет просто в бункере жестко. Так это не от меня. Я люблю, чтобы воняло, но это не я. Ладно, Илюх, твоя очередь. Голос Финаргота. Тварь. У меня есть прям... Прям я четко для себя выбрал. Бля, ну у всех тут прям очень хуёво. У Финаргота вообще пиздец хуёво, поэтому даю голос злого. Я хуел, чертишило, чертило, ебаный, блядь. Чертишило, чертило, ебаный. Смешно. Аня? Я легендарный, блядь, я стрим, я футболист, сука. Ну, типа так, Дина плюс-минус раскидал уже, Рома полезный, наверное, Наташа теперь, наверное, тоже полезная. А вот ты... 100% тяжесть аналитика. Мне, короче, непонятен головач, типа скульптор, непонятно сколько лет, непонятно что по здоровью, разведение пчел, типа вообще... Ну, пчелы нормальная тема. Ну, нет, он безотказный, ебать. Так не знаю. Пчелы — это охуенно. Надо что-то помочь, подойдёшь, я тебе помогу. Я кулинар, я могу, блин, в принципе, и так приготовить. Да, кулинар — это заебись. Ну, пчелами можно поясницу лечить. У нас еда-то доступна в магазинах, на зомби-апокалипсис. Да? Ой, доступно, блядь, а кто там продают зомби, нахуй? Почему? Я могу в магаз гонять, мне похуй. Да у нас рядом запасочка есть. Запас в любом случае есть же. Крупы, резервы, всё. 20 сезонов смотрел, ребятам, от голода никто не страдал, нормально все было. Нет, так в том-то типа... и дело, что в зомби-апокалипсисе все разворовывают, все лавки нахуй разграбят, блядь. Факты. Потом я только на катаракты. Фермерских скиллах, блядь, вот на свинопасах, на виноделах. Согласен, блядь. Не, ну пусть пока я ставлю в головоче свой голос, потом если что поменяю. Ну просто для меня как-то возведение пчел. Пчел. Имба вообще. Без нее не прожить. Ну не знаю. Возведение пчел. Ну давай, соберись! Ну. Так все, я говорю, я в головача голос отдаю. Угу. Он ну, безотказный, я свинопас. Думаю, твой выгод. Не, отказывайся. Он тебе сказал, что-то нужно помочь. Свинопас! Ваня, давай. И как? Да, сейчас Киберстепан. Так его все равно не выгонят, Диман. Какой свинопас, блядь? Просто все вкидывают Фина в Илюху, чё? Меня один голос, что? Спасибо. Сейчас добавим. Не надо. Вань, буду. Вань. Да. О, так, ну хули тут долго думать-то? У нас, скорее всего, Илья и Финн сейчас уйдут, так что... Схуяли! Ну да, действительно, вряд ли. Может, лучше Артура кикнем. Артура, ну это как повезет. Это же сейчас просто выставление, это же не голоса, да? Ну да. Это голоса. А, ну тогда я ничего не меняю, как есть оставляю. Не-не-не-не-не, ты сейчас... Голоса, в смысле? А, дополняется, да? А у тебя сколько, Финн? У меня 3. А у тебя Илья? Один. Теперь 2. Хуя. Зачем? Надо было сказать 3, блядь. Короче, ты все, да? Инсидер. Подождите, а мы можем проголосовать одинаково и кикнуть двоих? Да. Короче, у меня прям идеально. Я посмотрел без обид Финаргот, тут чисто карточка попалась. Стример, коллекционер втулок и говнарь. Ну, типа, единственное, кто у меня подходит под эти параметры. Я всего лишь насрал. Это не Коглай. Так что я голосую против Финаргота, блядь.
Опа! Без обид, без обид, нахуй. Инсайдер тоже насрал. Так это было давно, на сцене, на выпускном. Озвучьте голоса. У меня 4 голоса, 2 у Ильи, по одному у Дины, Злого и Головача. Я ебашу в Иглюху. Нахуй нам эта шлюха, блядь, которая ебется. А ты чем будешь заниматься? Сам только что недавно этим кичился. Пожди. Я благородно это делаю, а не сосу всем за деньги, блядь. Я по кайфу делаю. Ваше благородие, госпожа, удачи. Благородное дело. Так, ладно, мы уйдем. Давай. Блин, ладно, когда меня говнарем обзывают, я типа соглашусь, но не коглаем, блядь, это пиздец, нахуй. Можно что-то, ну, типа, со самое, ну, обидное на свете не приятное. Так, блядь, 4 у меня, у Илюхи 3. Я вообще, конечно, Злого бы хотел бы кикать. Нахуй его футболист, блядь. Который факт. Футболист это гачи... просто дебил, нахуй. Футболист, коллекционер гачи кукол. Да что ты рожаешь? Гачи куклы ты рожаешь. А тут все рожают, блядь, Злой. Тебя ебать это не должно. В общем, я дам свой... Я не буду Илюхе давать голос. Я дам свой голос Злому. Мало ли кто-то захочет перенести с меня или там с Илюхи в Злого. Собственно, сейчас у меня 4, у Ильи 3, у Дина 1, у Злого 2, у Головача 1. Я сейчас буду вести отчет. Если никто не принесет голоса, у меня останется больше всего, я вылетаю. И дальше у тебя 4, да? Второе голосование. Если два игрока наберут одинаковое количество голосов, то будет оправдание второго игрока. И также по таймеру, если останется одинаковое количество голосов, оба покинут игру, и мы начнем следующий раунд. Собственно, если желающие перенести голоса... Так, я переношу в Артура. Мне интересно, что там будет. Может, кто-то поменяет голоса. Так, вы хотите сделать равное количество, да? Равное, да. У Злого 3, у меня 4, у Ильи 3, у Головача 1. Если желающие перенести голоса, раз... Давай, я переношу, ну, сейчас, переношу давай. Тоже Злого. А я в Илюху. Я в Илюху. Нет, подожди секунду. Подождите секунду. Вадя перенес голос с меня в Злого. В итоге у меня 3, у Злого 4 голоса. Сейчас Злой оправдывается. Оправдывайся. Я тоже переношу голос Злого. Переношу голос Злого. Зайка. Малай, я ебать обвезу. Чё? Ебать, разговорился хотя бы, нахуй. Единственный аргумент этого уебана, это то, что он сосет. Забейте вообще, блядь. Я сосу лучше, чем ты. Да ты сосешь только на поле, я уверен. Братанчик, 15 лет стажа, 15 лет стажа. Пожалуйста, дайте голосок мне. Ну не у меня, не фенервотика, блядь, так, нихуя смотрите, не хочет. Так я еще сейчас... не перенесла голос. Подождите, я засчитал из последних перенесенных только голос Вади. У меня 3, у Злого 4, у Ильи 3, у Головача 1. Собственно, переношу голос кто-то есть желающий? Переношу голос в Злого. Так, ты переносишь... Секунду, сначала у нас Дима перенес голос с меня в Илью. Сейчас у Ильи и у Злого по 4 голоса. Илья, так, твое оправдание. Погнали, нахуй. Вы можете начать следующий день игнорировать стадию голосования. А я не перекинула еще. У вас у своих по 4 голоса. Стоп игра. Ты не засчитал голос Илюхи, он с тебя же был. Я сказал, стоп игра. Не, я сначала Димин засчитал. Забейте хуй вообще. Стоп игра, да, давай. Вы можете начать следующий день игнорировать стадию голосования. Бля, следующий день. Троих. Когда мы будем кикать троих? Скрывайте здоровье, уебаны, посмотрим так, нахуй. Моя очередь, да? Ладно, заебись, да, давайте все здоровье скрывать. Я уже не футболист, давай, так что мне похуй. А все, голосование так, не будет, у меня... да? Будет. Голосование обнуляется. Диман меня проголосовал, это... Ты ровно то, что ты против себя проголосовал в свою же профессию. Нет, я сделал наоборот. Я сделал, чтобы вот так вот получилось, и все, сейчас трое. У меня... Пиздобол, Иван. У меня язва желудка. Язва желудка, 70% тяжесть. Ну, это похоже, кстати, на стримера. Короче, кто здоровье не вскрывает, того и кикает. Вы вообще, кстати, забыли про вишню, которая, типа, 100% тяжесть чего-то, чего Наташа сказала. Что вообще, следующий ебаный? Ты сказал, что у тебя вообще хуже некуда. Это был фейк. Везеро! Везеро. Да, короче, кто здоровье не вскрывает, того нахуй кикаем. Так сейчас будет круг, Илья, я и скажу здоровье. Хорошо! Хорошо, Вишня. Начнем с меня. Здоровье.
Спинная грыжа, стадия боязни! Болезни! 3%! Стадия боязни! Насиделась стримерша ебаная нахуй на стадии. Так он футболер! А, ты на скамейке сидел, дебил ебаный! А как ты бегаешь с грыжей, долбоёб? Да не, это хуйня. Долбоёб, поднимать нельзя, с грыжей можно бегать. Ну, в зависимости от размера и того, где она и когда. 30% это типа в твоем случае тебе... Ребята, давай себе на пас. Ребята, вот когда я был футболистом, когда я был футболистом, вот мне клешни, кстати, понадобится, потому что состояние здоровья у меня нет ноги. Когда я был, ребята, а что вы хотели? 27 лет футболистом до этого ебашил. Сейчас пока по свинкам. Нормально, колено нормально. Или полностью? Да нет. Ему свинья откусила ногу. Блин, свинья откусила, я бегал, блядь, как вон чех ударился головой, мне ногу ампутировали. Это, ну, как бы сейчас это не проблема, я думаю, вы понимаете. Самое главное, так я плотный. Это крафт косплей, ты можешь сделать ногу проебашить. Вот, вот, да, я себе сделаю новую ногу, я возьму у этого, у зомби и приебашу ее себе. Я согну тебе ее нахуй. Вадя, ты будешь от зомби упрыгивать, да, видимо? Слушай, да мне не надо быть, я же буду в бункере. Я потом твои книжки почитаю. Тип без ноги в зомби-апокалипсисе, конечно. И плюс, если вы смотрели ТикТок, я вас буду жестко пранкать, когда я буду так идти и делать, видишь, вас бью, а там ноги-то нет, и вы типа... И ты еще, ой, футболист, ты вообще пенальти будешь бить, как знаешь это, видосы. Да. Ай, плюсы одни. Да, согласен. Ваня. Я идеально здоров, сосите хуй. Подожди, почему ты к нам это говоришь, что ты к злому только обращаться нужно? Соси хуй, Артур. Аня. Я при чем тут, я бессмертный. Меня еще ты сам хотел, ты заебал. Да, так, я соскую, я... что, блядь. Просто хочу напомнить, что я мужчина, здоровый, да, там, красава. 30 лет. Нет, ты бесплодна, Ань. Ты бесплодна, Ань. Папам. Бесплодна, да, реально. Да. Ты думала, мы не помним. Спасибо, что напомнил, Ань. Мне пизда. Кстати, кто там у Дины вроде уролога украл? Так она бесплодная? Подожди, ты вроде еще здоровая? У меня разве был... У меня просто не написано, что я бесплодна, ну ладно, окей, я... Это короче, то, что мое перенеслось. Да я поняла, ты мне все свои болячки отдала, мне вообще пизда, походу, ребят, ладно. Главное, что я хорошо готовлю. Состояние здоровья, но у меня склероз. Ну ничего страшного. А как ты готовишь-то, даже дура? Слова это забывает. Так я какая тяжесть? Просто буду... Ты так понял, да? 100% тяжесть. Let's go! Да, ну все. Да, она я даже могу... забудет, что она у нас была. Все нормально. Да не! Мы просто ее увидим, и она все. Подумала, что она меня Наташа заразила. Меня Наташа заразила, но я ничего не буду помнить. Ребята, я буду все время счастлива. Я буду всегда счастлива, я не буду помнить, что зомби-апокалипсис. Я буду вас радовать. Стоп! Так может быть, у нее археолог много лет. Кстати, есть шанс. Что у нее, ну, хороший, да, опыт археологии. Она хуя на археологии, блядь. Не, ты в профессию, типа, археолог — это не тот, кто зомби убивает, типа, направо-налево. Это кто-то на всякий случай так кисточкой делает. Я буду бесконечно готовить, забывать и готовить. Так она забудет, мы, она скажет, кто ты, скажем, что она убивает зомби, она опять съебажится. Да, вы будете мне постоянно говорить, и я такая, ну ладно, хорошо. И она с одной тычки чисто упадет, блядь. Не, я сильный мужик, ты чё, 30 лет, блин. Ну хорошо, блин. Ребят, ну я как могу дефусь, но мне, блядь, Наташа просто такую хуйню подсыпала. Бывает, Ань, да, что подставляешь. Так у тебя нормально. Где мы, девочки, держимся вместе? Ты уходишь, футболер ебаный, тупой. Ты тупой, блядь, свиноёб, ебаный. Я свинопас. Это другой немножко. А как ты с одной ногой пас отдаёшь, видимо? Короче, ребята, до этого я не фейковал, и сейчас не буду фейковать. Кто украл здоровье, тому пизда полная. Я идеально здоров. О боже, блядь, какой ты скучный. Я не знаю, это пиздец. Не, у него все очень круто, частный детектив, огнестрельное оружие. Ебать, тем не менее, Наташа поменялась с тобой. А, так ты возраст не... Нет, сказали же здоровье скрывать. Да, у него 23 года, он старый. 87 лет. Мне кажется, ему там 90 лет уже. Я не влюсь, если у него стрельба из огнестрела 23 года, а ему 24, блядь. Типа, с одного, блядь. Ему лет 90, он скоро умрет, и все. Да, блядь. Но ты не будешь помнить. Да. Бля, карта ебанутая у меня, конечно, багаж. Коллекция фалоимитатор. Давай фобию, давай возраст или фобию. Ой, блядь, но я уже сказал. Он здоровье, смотри, да, здоровье. Коллекция фалоимитаторов. Ах, ебанушка! Он скрыл здоровье на первом кругу. А.
Пиздец вообще. Нет, он просто волосы. Нахуя ты склероз передала, ебать, тебе больше подходит. Но это, понимаешь, это потому что в избытке. Ну что даст мой возраст, типа? Ну и фалоимитаторы в избытке, я думаю, в этой ситуации будет. У нас только один мужчина рожает. Ну все охуенно. Не рожай, ебёт. Все охуенно. Блин. Ну да, возраст, Дима. Фобия, непонятно. Я, а Илюха? Он что раскрыл. Да? А, он пропускает. Два здоровья, Дима. Коллекция фалоимитаторов. Понял. Хобби, изучение ругательств на других языках, стаж 1 год. А, здоровье. Не вижу смысла вскрывать здоровье. Так он робот, он робот. Да, он во-первых, робот. Я робот. Нет, нет, у меня есть. Так, короче, он старый, выебанный робот, блядь. Может быть, там робот? Подожди, Дима, вдруг ты робот, который... А вдруг ты типа запрограммирован убивать всех вокруг, у тебя какая-то хуйня? Я тоже об этом подумал, я тоже об этом подумал. Ребят, подумайте о том, что у хуесоса старого может быть что-то по типу у этих. Условия на проход. Так, подожди, мы говорим, потому что ты не вскрыл, Дима. Вдруг у тебя реально программа убивать всех. Смотрите, вы уходите с наклонения, как бы, если бы у меня что-то было, но по факту у вас уже есть. Склероз 100%, аритмия 100%, язва желудка есть, грыжа, хуйня. Поэтому, ну хорошо, мы давайте вскрылись. Еще. Димон, ты на этом аргументе выезжаешь? Да, конечно, так это, ну, это не андроид, эпидроид, ебаный. Ребят, я андроид, меня... Димон, ты же что-то вскрыл новое? Знаете, какое у него будет состояние здоровья, мне кажется? Смотрите, мне, во-первых, я вскрыл хобби изучения ругательств на других языках. А, немного языков он путает. Смотрите, рассказываю. Я, во-первых, могу ходить в магазины куда угодно, потому что я андроид. Меня зомби не кусают, я могу делать все снаружи и так далее. У меня столько плюсов, я вообще могу ничего не скрывать. Так может быть... Нет, может быть один огромный минус, то, что у тебя какая-нибудь запрограммирована уничтожать все живое. Так потому что ты не вскрыл. Каждый раз одно и то же. Вы каждый раз тратите на это... Забейте хуй, мы все договорились, что здоровье не вскрывает, того кикаем, все. Изи, нахуй, пошел стоп, игра, дополни второе состояние здоровья Ивану, дайте, пожалуйста. А зачитай карточку, пожалуйста. У меня идеально здоров. Добавить не себе второе состояние здоровья. Если второе идеально здоров, то излечивает от всех недугов и фобий. Спасибо большое. Излетел от фобии и недугов. Благодарю. Еще не дало. Бля, Диман, обо мне оставить, пиздец. Нет, он сейчас тебе даст еще одно состояние здоровья. Мне кажется... Может добавиться болезнь, а если будет идеальное здоровье, то ты вообще супер идеально здоров. Да, просто ничего не изменится. Супер идеально здоров, это как? Мне кажется, у Димана... У тебя гемофилия, несворачиваемость крови, стадия 100%. А, ну... Опа! Ну, сори. Как бы... Вань! Диман крыса, ебаный. Вань! Ну ты Диман, конечно. Походу, не все можно дегустировать, родной. Просто, да, просто... Как бы красное вино я не очень хотел бы пить в нашем бункере. Ощущение... Вот не думал, что тут с хуесосами такими, конечно. Ладно, стоп, игра. Карта действий. А хотя ладно, ничего, похуй. Да уж сказал. Давай, Вань, давай. Я сказал карту действий какую-то, что похуй. Давай, Вань, так веселее будет. Ну ты чего? А я подожду. А вдруг ты выиграешь? Блефуй. Не, Диман точно уходит, точно голосую в Димана. В первого. Нет, у вас тоже потому что я не скрылся. Не, договорились же, что все скрываем, кто не вскрывает, тот нахуй идет. Да. Не, а что это за голосование? У нас по факту выжить надо, они принципы соблюдают. А вы как будто... Давай, как будто уничтожить другого тела. Похуй. Дин, ну кто из вас пойдет на улицу в магазин? Никто. Так ты тоже нас всех убьешь. Ты всех убьешь и все. Откуда вы взяли это, что я убивать должен? Потому что мы это взяли, потому что все вскрывали, а ты, Дин, не вскрыл. А вас тоже все челы лагали, да, только что? Нет. Вспомнила. А, меня пролагало. Футболист добегает. Ребята, мое состояние здоровья, ну, как договорились, да, я вскрываю состояние здоровья. Сразу уточню, что у меня инкубационный период. Окей? То есть, курица? Но он тут не работает 100%. Да, работает. Так вот, инкубационный период, у меня биполярное расстройство. Так это пизда. Сколько длится инкубационный период? У нас 21 месяц. Да нормально, хватит. В зависимости от болезни, то есть тут все нормально. Адя, ты же не используешь, да, мою виртуальную камеру эту? Не. Ага. На самом кстати, деле Линку сейчас еще... узнаем, что за здоровье у Димана, если что. Да. Давай. А как мы узнаем? Сейчас скажу попозже. А что я Лену Головач не вижу? Сейчас подожду, мне кажется, Головач и Наташа вскроют здоровье, я потом секунду. Скажу, почему. Мне кажется, у Димана состояние здоровья алкоголизма, он же бендер. Да, факт. Серега, у меня 10 ящиков водки с собой еще. Это неспроста, я уверен, у него алкоголизм. А мне кажется, у него сломанный. У него коррозия металла ебашится с ануса начинается. Так мы в бункере, какая коррозия, какая разница. Так, Серега, твоя очередь.
Так, короче, посмотрела на вас, пиздец, вы калечи. Мне вообще с этим повезло. Как всегда, у тебя в тиме, Серёга. Всего лишь нету двух рук. Это все знает. Это тебе пчелы объели просто руки. У тебя добрые пчелки. Если что, эти типы все смеялись над моей аритмией. Держи в курсе. Ну, нахуя руки, блядь? Да ладно, бог, ребят, с ним можно боулинг поиграть. Скульптор! Его можно выпускать в поле и смотреть, как... Сваргань, что-нибудь? Ручки-то умелые? Дина, достань свою курочку вот эту желтую. Так он еще сделает все, что мы скажем, он же безотказный. Ваня, а ты что смеешь, у тебя ноги нет? Реально, поэтому и в доту хуёво получается. Так я хотел, чтобы мне скульптор и сделал, а теперь-то все уже, блин. Наташа, моя очередь. Вы можете совместиться, Ватя? Моя очередь, Дейзи. Дейзи? Здоровья. Клептомания. Клептомания. Воровка ёбаная. Ой, бля. Чел с грабителем, который был. Каким грабителем, ёб... Но стадия болезни, если применима, 30% тяжесть. Ну, ты воруешь, пиздишь. Этот, Соня какая-то пишет в комментариях, Головач уходит из бункера, только дверь им открыть. Да не, я еще посижу. Так, ладно, ребята, стоп, игра заебала нахуй, этот пиздец, задушили меня нахуй. Давай, Ванёк, ебашь! Соберите все открытые карты здоровья у неизгнанных игроков, перемешай и перераздай. Блять, хоть бы у меня руки и ноги были, пожалуйста. Пожалуйста, только не минус ноги, близ. Блять, держусь своей рукой, очень крепко. Нижний брейк танцевать. У нас есть язва... Язва, спинная грыжа, нет ног. Бля, главное не аритмию, нахуй, 100% это пиздец. Без ног, без рук, блядь, ебать, смеялись. Блядь, кому-то идеально здоров, прокнет Ромина. Блядь. А чел пишет мне, а че ты ржешь? Ты сам открыть можешь? Ну не выйдешь. Че ты не выйдешь? А, да, вот у Лекса как? У Лекса же не этот, он не вскрытый, его не шафлишь. Подожди, Вадим, ты его не шафлишь. Вадим, у Вани два шафлиш, да? А почему ты не полностью протестировался, па? Ты слово пропустил, сообщение. Не хочу. Так, собственно, у Наташи теперь язва. Let's go. А какой руки есть? По-моему, Фин сейчас сам там распределяет, у кого что будет. У Вишенки идеальное здоровье. Сука. Ромчик, не забывай. Оно у тебя было, ты просто забыла. У меня нет ноги. Блядь, плиз, руки, пожалуйста. Да ладно, не переживайте, рук нет, это не так уж. А у инсайдера остается гемофилия. Перемешал ты, блядь. Перемешал. Ванёк, машу тебе рукой. Как ты перемешал ты, блядь. Просто грыжа. У Вади идеальное здоровье. Да! Стоп, а у кого идеальное здоровье второе? У Вани было два. Нет, ты уже выдал идеальное здоровье. У тебя. Нет, твоё. Было два идеальных здоровья, одно у тебя. Одно. Нет, два. У Вани два. Понял, хорошо, блядь! Ебать, нога! Нога, блядь! Иди нахуй, хочешь, Борис, ебать! У Дины... Я ухожу, это из души! Тихо, дай сказать, что у Дины? Ой, Диночка, спирос 100%! За последний год было не... Было бля, клептоманию, дайте клептоманию, пожалуйста! Либо грыжу! Я тоже стих публикую пока, да. Так, у Ромы аритмия. Удачи, блядь. Давай, бля, люфты, поход достал. Нормально, я все равно полезу. Блядь, никого же не будет рук и ног, да? У нас стадия сохраняется? Не, у меня самое страшное было биполярка и нет рук ног. Это что, я, блядь, болезнь, блядь, охуенно? У Артура биполярка. Найс. Стоп, стадия какая? Стадия мне Ильи или моя? Которая была, да? То есть у меня инкубационный, да? А, не, стадия с болезнью прямо переходит. Сука! О, найс. А у меня получается полный и у инсайдера и второе состояние нет двух рук. А собственно Илюхе переходит к клептомании. А мне что, я здоров? Подожди, у кого ноги нету одной? Стоп, а ногу кому? У нас, да, у нас ноги у кого-то не должно быть. У меня, я же сказал, что у меня нет ноги. А у стримера, ну стример без ноги норм.
Ребят, у меня важный вопрос. Ванёк, джекпот. Ребят, а когда Александр потерял две руки, каким образом у него остановилась кровь? Стоп, игра. Да, да. Обменяйтесь любой открытой характеристикой с игроком справа или слева, чтобы... Нужно, чтобы открыто было у обоих. Эвелона здоровье, мне ему, блядь, шизофрению давай. Биполярка. Да, блядь, биполярка. Вы такие так. Хуесосы отвечаете. Погодите, вообще, да, давай, давайте просто... проверим. У меня нет ноги. У Артура идеальное здоровье, у Вади биполярное расстройство, у Вани гемофилия и нет рук. У Вишенки идеальное здоровье, у Ромы аритмия, у Ильи клептомания, у Лекса осталось его, у Дины у нас... Склероз стопроцентный. Да, у Дины склероз. У Наташи язва, и получается, что у нас как раз... В основном, да, у ёбки? А у Головача? У меня получается полностью здоровье, да? Ебать ты, крыса, ебаный, я отошел на секунду, блядь! Ты мое здоровье уже спиздил, нахуй! Да, да! Да, бро, все, да выебывался нахуй отсюда! Блядь, а если же Ваня поцарапается, ему даже кровь не закрыть ничем не будет. А как он поцарапается? Где ему царапаться? Злой стенет, оторвет и пиздец, все. Бля, ебаный злой, еще и крыса ебаная, нахуй. Чё, да, кеглю выгоняем? Подружка и крыса. Так факт, надо, злого надо кикать по-любому. Пошел нахуй, идеально здоров, ты, слышь, биполярный. Блок, да похуй, ты крыса. Так, ты, сначала ты реально крыса. Кикаем, как договаривались, я потом уйду вообще без проблем. Главное этого хуйсоса убрать, который мне поднасрал, блядь. Он андроид. Я андроид, я очень... Ну вот как раз зомби будет мне бункер убивать, заебись. Но не выживание, вот и все. Вы не все, погнали, го голосовать, го голосовать. А сейчас сколько, несколько людей уходит сразу сейчас? Трое. Ебать, трое. Так, у нас язва, биполярка. Го гикать нормально. Нет рук. И, конечно же, гемофилия. Илья, насчет аритмии ты знаешь, насколько это не опасное здоровье? А знаешь, насколько я знаю, что это не опасно? Насколько? Потому что стоп игра, ты можешь вылечить. Я так или иначе хотел вылечить аритмию себе, поэтому вылечу кому-то другому. Рому. Да! И Ваня такой сидит. У тебя чел без рук сидит, Илья. С гемофилией, я же похуй. Стоп. Бля, Илья, красава. Ребята, так... Ваня выйдет или утечет из бункера? Вопрос? А у Вани же два, у него бы все равно что-то осталось. У тебя чел со склерозом сидит. Так, ну что. Давайте, выбирайте нахуй среди клоунов, блядь, этих. Так, у нас будет три голосования подряд, ну или если у нас трое наберут одинаково, то или двое, будем по несколько кикать. Так, что у нас тут? Биполярка. А, ну я в Дину пока со склерозом. Спасибо, дальше Артур. Бейте там склероз, биполярка. Лекса ебашу на двумя ногами просто по этой же механической... Справедливо, такая же хуйня. Стоп! А у меня биполярка, инкубационный период, ребята, это хорошо все, да, что ли? Это да, типа нормально. Что такое гемофилия? Несворачиваемость крови. Ну, короче, от одного порезать я очень хуёво. Максимально. Ой, фу. Течёт, течёт и не перестанет течь. Хуйня полная, блядь. Протестую из-за этой хуйни, блядь. Блин, Ваня. А где ты взял, где ты взял крылья? Хорошо, Артур проголосовал в Лекса. Дальше. Дин, а ты не помнишь, кто это? Ты здоровье? Я тоже в Димана говорю. Я тоже в дегустатора спермы. Я забыла, видимо, из-за моего здоровья. Ваню. Ты в кого? В инсайдера. Ванёк, я, конечно, хотел. Ладно, потом скажу. Бля, я поднимаю обе руки в Дмитрия Ликса, потому что договаривались нахуй это. То есть ноль голосов, Диман. О, это чудо! Откуда у него руки? Короче, хуесос испортил все, бля. Козел, бля. Я бы сказал, какой хуесос. У него по-любому там полная хуйня, так что этого андроида нахуй надо кикать. Я в него голосую. Почему вы берете, что полная хуйня? Не, я ухожу тут без пизды, но Диман тоже надо. Я голосую в Диму, потому что он говорит, почему вы типа так говорите? Так потому что если бы у тебя все было заебись и там небольшая какая-то коррозия, ты бы так же, как и все, раскрыл здоровье. Значит, у тебя там либо у тебя какая-то стоит программа, что ты всех уничтожаешь, все, что ты видишь.
увидишь. И нам всем пизда будет рядом с тобой. Смотри. Либо еще что-то. А зачем скрывать здоровье, когда с ним могут, во-первых, что угодно сделать? На примере Вани, который просто все зашафлил этот раз. Во-вторых, я андроид, я могу все что угодно делать. Нет, я бы не шафлил, Диман, в том-то и дело. Нет, подожди. Ты, во-первых, робот, и у тебя есть определенная программа. Это во-вторых. А во-вторых, то, что мы как минимум мы договорились, Дим. Мы договорились, и все раскрыли здоровье. Да, давайте. Голосовать, нам надо кикать троих, ребят. Нам надо кикать троих. Дима. Диму, хорошо, спасибо. Дальше, Рома. Стоп, игра. Давай. Сейчас опять хуйню какую-нибудь сделаю. Выберите двух игроков, они поменяются. Половина случайных характеристик Вишенко и Ваня. А у вас у всех так? Пронесло второй раз, блядь. Какой пиздец. Суть в том, что если вы меняетесь здоровьем, оба здоровья Вани перейдут лишнее. Бля, так, поехали. Вань, тебе сейчас просто... идеальное здоровье вернут. Сука, Игорь, останется. Пожалуйста, только не здоровье. Нет, вы меняетесь фобиями. Так. Еще чем? Это вы друг другу скинете. Хорошо, пожалуйста, только не здоровье. Вы меняетесь состоянием здоровья. Найс! Бля, Ань, сори. Я в камбэкнул, я бы вернул себе, честно, но не в половину играла, поверь мне. Да нет, ты просто, блядь, номер два. Ты просто, блядь, главный хуесос, который не... Дмитрий Ликс, чисто, блядь. Да, который не открыл здоровье, который сидит с хуёвым здоровьем. Который сидит со хуёвым здоровьем 100% и такую грязь делает. Да не, кикаем Ликса, кикаем 100%. Ваня, я тебя спас только что. Подожди, чё ещё? Бля, ты хуйню сначала сделал, ты чё, блядь? Ну я спас, я андрю. А чё, по факту, кстати, по факту. Типа я делаю, что хочу, я же андроид, блядь. Стоп, ну тебе нет, у тебя есть хозяин, получается. Ну вот кто-то из вас может стать моим хозяином. Видите, он нам не служит. Я служу вам. Аня, я тебя отправил в телегу фобии. Вы меняетесь обоими фактами, меняетесь состоянием здоровья и фобией. Оба факта, фобия и здоровье. Там факт написан, что Ванёк, ты не проходишь, да? Ванёк, ты все-таки обосрался просто на выпускном. Я вообще не обосрался. А, ты не обосрался, фух. Без руки повар. Без рук, нахуй. Кулинар. Нихуя себе. А что, приготовь что-нибудь? Я не хочу лично. Картошечку почистишь? Ногами. Но нет, понимаете, знаешь что, он просто сейчас пытается на меня вот это все говно повесил и отвлечь внимание от того, что он всех нахуй бьет. Да нет, Диман точно кикает, там подстава полная нахуй. Да нет, там подстава никакой. Да 100%, да ты бы вскрыл здоровье на изи, Диман, ну очевидно же. Да не вскрывай, я тебе. Да, давай, давай, Рим. Ой, Рим, пожалуйста. На самом деле, ребят, ну на самом деле, типа, то, что вы говорите про Димана, что он вскрыл, он с идеальным здоровьем сидел до конца прошлый раз или позапрошлый раз. Так что это на него немного не работает. Я предлагаю сейчас твердым умом не кикать Димана, а покикать тех, кто... Косточку, косточку. Те, кто угрожает. Поэтому, ну типа, ну вишня, ну ее и не выебать, она и не подрочит тебе. Ну просто, Ром, некрасиво, все же вскрыли здоровье. Да, блядь, да похуй на некрасиво. Мы играем бункер, наша... Стоп, Рома, ты уже спрашивал мне или что? У нас типа... Не, просто это Дина, сделаю, что тебя кикнут, и что, прикольно тебе будет? Не, подожди, просто если бы у него было идеальное здоровье, он бы так не делал такую грязь со мной. Мы играем, у нас еще есть время увидеть состояние здоровья Димана. Рома, кому голос? Диманы, да сейчас. Диманы мы кикнуть успеем в любом случае. Он до конца игры не вскроет здоровье. Я в кеглю голосую. Он нас всех убьет, Рома. Это без рук тип, который... Это я. Блин, капец. Ну ты, конечно, Ликс мне подосрал хорошо. Потому что ты на меня акцент сделала. Зачем? Конечно, потому что мы договорились. Динан, ты плодна? Ну вообще... Я да. Очень честно просто, это нечестно. Ну блин, ну Ань, ты сказал, что у меня какая-то программа самоуничтожения. У меня нет никакой программы. Конечно, меня могут натрахать, я буду рожать мужчин, девчонок. Давай, next go. Давайте быстренько кикнем. Я даже механический хуй в рот возьму, мне похуй. Диман, можешь оставаться. Блять, как он заебался. Так он заржавеет потом. Короче, как будто, ну, типа, а смысл, вот даже в чате написали, признаюсь, не сам до этого додумался, но есть ли смысл Диману вообще от бункера, типа, его же зомби не трогают, он, типа, просто робот. Кстати. Так в том-то и дело, типа, я могу помощь оказывать. Не, это понятно, но зачем тебе в бункере находиться? Так и он нам будет помогать. Чтобы вы выжили. Не, ребят, это не ему надо бункер, это нам надо, чтобы самое главное размножение, по идее, потому что на Земле всего лишь 3 миллиона, блядь, людей, вы чё?
Да, похуй, два. Это вообще хуйня. Это меньше онлайника Глая, кстати. На всю планету ты чё, ебанись, там зомби и 200 миллионов, это ж пиздец. У нас две девочки, две мужчины будут просто и все. Ну нахуй этот андроид, что он будет там с тобой? Я все могу делать, понимаешь, всё абсолютно. Ну вот зомби, это, вне бункера будешь убивать. Илья, кому представляете, вы могли просто спасти 30-летнего безрукого мальчика в бункер взять с собой, а, ну, инвалид. Ну для меня... У тебя наследственная хуйня, к сожалению, Ань. Какая что пизда. Я бы. Я закину. А сколько голосов? Кого? Три у Лекса, один у Дина, один у Вани, один у Ани. Ну я Ваню. Меня перенесут, как бы точно. Ну конечно, Ваню, блин, куда еще? Ликс. Ань, ну ты вот ты бы себя кикнул вообще. Я бы нет, пока Дима это говно не сделал. Смотрите, я сделан людьми для того, чтобы помогать людям. Поэтому я как-то. Ну вот, или убивать, например, людей. Первое, второе. Мне абсолютно похуй, так как андроид, я буду внутри бункера или снаружи. Только снаружи вы от меня толку не получите, а внутри я могу вам, с вами, вам там ходить, вы мне скажете пойти в магазин, а вам что-то буду приносить, и на меня даже зомби не будут агриться. Все. То есть ваша задача там кикать, не кикать. По здоровью я не знаю, откуда у вас вот эти мысли, что у меня здоровье там плохое. Нет такого. Я могу сидеть как с болезнью, так и с идеальным здоровьем. Диман. Оно не роляет сейчас. Аню, я Ваню голос даю, потому что там действительно сложная ситуация. Стоп, Ваню или Ваню? Нет, ну в Аню. Ваню? Ваню? Такая голос перипетия. Ваню? Такая перипетия получилась. Диман, ты говоришь, Диман, ты говоришь, что ты будешь помогать людям? Да. Но ты уже предал одного человека, это демона. Какого демона? Нам? Что за демон? Сложно. Демон и андроид, ты не знаешь, бабай? Демон? Не, я, кстати, не знал. Ебать, конечно. Как будто не было рассказа. Как будто не было, нахуй. День. Давай. Блин, спасите кто-то меня. Диман. Спасите меня, верните мне руки. Да, тебя зомби спасут. Дина. Ребята, я понимаю, что... Не ответила. На здоровье моя ситуация немножко ухудшилась. Но ты как бы выступаю... не помнишь, так что немножко, похуй. Немножко ухудшилась. Я тоже выступаю за то, чтобы по справедливости Диму выселить наружу, и он... И может ты пойдешь с ним. Да, кстати, реально, не забывайте, что... построить новые полезные для нас вещи. Да я не строитель, да. Мы его выгоним, а он сидит, ебать, будет нам помогать. Еще, я тоже признаю, в чате прочитал, но один факт. Вы знаете, что здоровье здоровьем, но может быть факт один и факт два, там, или вы можете быть маньяком просто-напросто, вот и все. Этого достаточно, чтобы... Диман, ты усугубляешь. Дим, ну по твоей логике у тебя может быть программирование уничтожить человечество. Да, потому что вы гадаете на кофейной гуще. Вы гадаете на кофейной гуще. Потому что ты не раскрыл. Так а что нам делать? Я в целом в вашу пользу, потому что я, блядь, могу ходить на улицу и приносить с улицы полезные скопления. Так иди нахуй на улицу, блядь! Ну типа, если бы у вас ситуация стояла, если бы вы сидели не в уютных комнатках стримерских, а реально была вот ситуация выживания зомби, то вы бы меня оставили, вот и все. Да я бы испугался, тебя нахуй выпкал просто. Это не РП, вспомните Чужого фильма. Вы видите, он уже агрессивен. Да. Блядь, уже Скайнет пробуждается. Мы начинаем бояться уже, понимаешь? Скайнет уже. Давайте, го кикать. Да, я положу свой голос Диму и дополню. Я вижу, что в чате пишут, что Вишня и Дима меняли, и Дина меняли здоровьем, поэтому Дина бесплодна. Но бесплодие находится в личных данных пол и возраст. Факты. Я избежал катаракты, но биполярка остался. Я в Диму положу. Серега. Так, ну я не знаю, чем на Диман накинулись. Блин, свой робот. Я всегда об этом мечтал, поэтому я буду, блин, максимально поддерживать. И голосуешь не надо. Пока здоровью, не-не-не, пока здоровье неизвестно, потом, если что, можно будет всегда проголосовать. Оно и не будет известно. Я тебе расскажу, есть одна фишка шоу с Диманом, если ты играешь, ты здоровье узнаешь в конце уже, после игры. Блин, ну мне хочется верить, что у него там все хорошо. Понятно, что буду голосовать в косточку. Юле тоже хочется верить, что у него там все хорошо. Извини, но... Как бы, блин, на меня повезло. Уже робот накричал на мальчика безрукого, он уже агрессирует. Фак. Понимаешь? И он тебе еще сказал, что руки типа выдирать. Я понимаю, что уже ничего не сделать. Как. Давай. А потом он поднимет на тебя руку. И Наташа. Да, ты не сможешь. Просто, ну, много надо. Давай, Наташа. Я голосую. Спасите, кто это меня? У него карточки нету. Я, ну, не знаю, для меня, я думаю, между Финарготом... Между Головачом и Иксайлом. Mm-hmm. Потому что они не вскрыли пол и возраст, и для меня это очень, ну, такой сомнительный случай. В том плане, что у нас всего три женщины, да?
Она на самом деле права. И в итоге в бункер пойдет робот, короче, который она, всех убивает. Короче, она голосует в косточку. Тоже в косточку. Да я знаю, как язву вылечить. Ань. Ладно, Аня, тебе секрет просто открою, но типа... Ты должна понять, что если даже Диманчик вылетит, то ты второй вылетаешь, если что. Так я и не... Давай, ну я уже понимаю, что у меня безысходная ситуация, но я же не буду молчать. У нас 4 голоса у Ликса и 4 голоса у Ани. Собственно, Ликс, сначала твое оправдание, потом Анина. Еще раз говорю, что я абсолютно никак, блядь, не могу выйти сейчас. Понимаете это или нет? Потому что Android нужен для любых работ снаружи бункера, внутри бункера. Во-вторых, у меня, блядь, в-третьих, у меня нет никакой нахуй программы. А во-вторых, что было? Откуда вы ее взяли? Второй, да, скипнул. Во-вторых, третий. А ты Прометея смотрел? Я смотрел, но а ты чужой смотрел, где Android помогал? Вот-вот. А ты вот вспомни, чем все это дело закончилось. Еще раз говорю, что глупо кикать меня. Хорошо, у вас все равно еще после, даже если вы сейчас кикнете двоих и не меня, еще будет 2 хода, блядь, чтобы меня кикнуть. Господи, смысл кикать? Дима, ты видел фильм «Роботы» с Уилл Смитом? Конечно, видел. Вот, они там убивали. Я робот, Дима, ты такой же. Так он тот самый, он тот самый Лени, или как его звали? Добрый, да? Андроид. Сани его. Мне кажется, Ликс нас всех погубит. Дима оправдался, теперь Аня. Ребят, пожалуйста, блин, не кикайте меня, вас очень сильно прошу. У меня, блин, рук нет. Да, знаете, достать. Все, кикаем нахуй. А кого я голосовал? Ситуация, у меня полный пиздец, Диман мне жестко подосрал, просто хочу вам сказать напоследок, я понимаю, что вряд ли кто-то безрукого мальчика возьмет с собой в бункер. Вы ты пойдете, не мальчик, блядь... тебе 30 лет, нахуй, хватит тебя мальчиком ну, называть. Ну мальчик. Вы пойдете, блин, 3 пенсионера 90-летних и робот, который всех ебнет, все, блин, нафиг. Самое забавное, как ты будешь от зомби отбиваться. Меня спасет кто-нибудь. Гемофилия. КВ? КВ голосовал? Мне частный детектив. В таком состоянии они ее за свою примут просто. По 4 голоса у Лекса и у Ани. Напомню, что если останется одинаковое количество голосов, они оба будут изгнаны. В этом и дело. Если желающие перенести голоса... А кого я голосовал, как понять? Я забыл. Почему Наташа против меня? Она сказала Exile, Головач или... Она сказала... У нас сейчас уже 3 человека по голосам сразу уходили по очереди. Кто 3? У троих по 4 голоса сразу? Не, у двоих. Не, у двоих. Бля, ну, они двоем сразу сейчас уходят. У нас в Лекса голосовала Дина, голосовал Ваня, да? Да. Я. Ну, Аня и... Я переношу свой голос в Ваню. И Артур. В Аню? Ваню? Инсайдер? Ваня. Вы... Аня. На мне чей голос? Я теперь идеально здоров. На мне чей голос? Мой, походу, был, да? Наверное, да. То есть ты не хочешь, чтобы мы вдвоем уходили, ты хочешь, чтобы я одна ушла, правильно понимаю, Вадим? У нас теперь у Лекса 4 голоса, 5 у Ани, как же она играет? У Дины. Ну вон, потому Вадим, что, Димана, ладно, ебаш, 5-5, двух сразу, хуяк. Было бы не так обидно, если бы мы еще вдвоем. С болезнью, которые нельзя проходить, и вы меня... Его голос уже зарягали. Это глупо, блядь. Так, сейчас 5 у Ани и 4 у Лекса. Блядь, было бы не так обидно вместе уйти. Перенести голоса 2. Так ты сам можешь, Финн. Перенести голоса 3. У нас Аня не попадает в бункер. Пока, Аня, пожалуйте руку. Спасибо, да, блин, Вадим. Граба! Большое, козёл! Чел пишет в чате. Он сам играет не по РП, делая подобную хуйню. Будь он возле бункера, договорились, то он бы хуй не вскрыл зароют. Так я не договаривался ни с кем, это раз, а во-вторых, я андроид, мне похуй. Ты уже не подчинился нам, Вадим. Так, Вадим, я не ожидал. Я не должен был говорить. Ну, давай... Краба. Давайте я с себя... Давайте с меня опять начнем. Давай. А, ну или... Надень там полно. Нам же надо еще одного кикнуть, нет? Еще двоих. Да, а, двоих. Давайте на плюс свой плюс. Я на самом деле, кстати, проголосую... Я проголосую в Наташу, потому что все-таки Android это, ну... Пока хуй знает, что у него со здоровьем. Но у нас сидит олень, блядь. У нас сидит человек, который себя оленем считает. Нахуй нам такой человек? В натуре! Вот, Наташа. Наташу. А-а-а. Артур. Еще я за 70%. Я тоже считаю, что в Наташу, потому что я тут должна быть одна. Пиздец, отошла нахуй. Быстрее голосуй. Давайте так, чтобы она, да, просто раз, два, три, без оправдания. Да приходит и оправдывайся. А она придет и просто изгнан написано, давайте. Это кайф, я за. Напишите Не, ну смотрите, а зачем нам стример без ноги?
Так он же стримит. Так ты сам был без ноги. Тогда я видел в этом плюс. Так, ну Артур, ты куда голосуешь? Я Наташу ебашу, не вижу смысла в олене. Спасибо. Вадя? Да, тоже в олене. Ваня? Бля, ну что за хуйня? Я в Димана также. Хитрый андроид, там 100 баллов хуйня ебаны. Рома? Рома. Это что, звук оленя? Да, это я на оленем сказал, что я в Наташу голосую. Илья? Безвыходная ситуация. Ну, кстати, единственный слесарь, это так-то неплохо, ребятки. Да, нет. Ребят, я нихуя на еще могу вам помочь. Бля, и так-то сгибальщик нихуёвый. А, бля, я не слесарь, стоп, а кто слесарь? Наташа слесарь, а вы в него наливаете. А, да пусть рисует. Да похуй нам на этого слесаря, если честно. Согласен полностью, да. Ты кого? Так же в оленю. Окей. Наташа, мне кажется, не успею дальше прийти. Я тебя третий раз уже ебашу! Диман. А, Наташа. Угу. Бля, как легко в бункере играть, просто задаешь моду и все голосуют против одного чела. Просто забывает про всех, нахуй. Да, смотри, ты по факту, у нас куча бесполезных челов. Я призываю так не делать. А я вот помню про Диму, спасибо, что призвал. Я оставлю свой голос в Диме. Спасибо. А как ты вспомнил? Так, Головач. Вспомни про склероз. Ну я в Наташу буду, там слесарь 15 лет. Язва желудка 70%, там пиздец, там не выживет. У меня гастрит был, я и так еле, блядь, справился с этим. Кока-кола и шоколадки. Вот, поэтому, Наташа будет. Наташа, ты тут? Она сможет проголосовать? Она заказку не забирает. Подожди, она сейчас... Крысу получилось. Она сейчас без проблем наушниками, она все слышит. Наташа, тебя кикают. Мне все равно, что она за бункер пошла в туалет, а мы важно... А что случилось? Да, Наташ, прикинь, тут все забунтовались, против тебя кикнули, нахуй. Она сам уже говорит, тамам. А в Алекса кто, Ваня, да, проголосовал? Я тоже. Yes. Бля, ебанута она не поверит, к сожалению. Тамам. Блин, шлеп Алекс вскрыл здоровье, что ж там такое? Блядь, там ничего, в этом-то и прикол уже, вторую игру подряд. Мне тоже кажется, что там алкоголизм, если он робот-бендер. Да даже алкоголизм, я андроид. И чё? Так ты заржавеешь. Нет. А так-то похуй, алкоголь закончится и все, он перестанет пить. 5 ящиков, правильно? Вот. Так у него 5 ящиков. Это на неделю, ему. Недельку побухаю и все. Так это день. Убьет всех просто и все. Все с кайфом. Я не должен убить-то всех, я же андроид. Ну, а чё бы нет? Подожди. Задача убить бункер. Схуяли я должен всех убить, я же маньяк. Ой. Вот ты и свалился. Окей. Okay. Надеюсь, сейчас все голоса в меня выебашат. Так, я от меня. Заказ принят. Найс. Чё там, где там тамам? Я не знаю. Сейчас прошу. Она заказ какой-то не может забрать. Может, похуй типа на голос, Наташа? Никто не хочет перенести голоса? Да блин, Наташи так долго нет, что я уже думаю в нее перенести. Как будто уже кикнули. Как будто, ну, знаешь, можем, уже закрыли, да, дверь, да, в бункер, блядь, она, ну, не может зайти. Ну, пусть Вадя решает. Как будто неуважительно, а да? У нас будут сегодня рейды, мы пойдем на разведку. Финн, в Волгарде как? Кого-то в Волгарде надо спросить. Волгарде. А что это такое разведка? Это когда кто-то из нас уходит в рейд и может принести полезные вещи, а может помереть. Ебать. Я не пойду. Андроиды наш. Ну, кстати, андроиды реально. Надо слово отправлять на эту хуйню всегда. Блин, у Злова такой сосредоточенный вид, как будто он сидит, программирует. Не. Чилю. Пури-пури, пари-пури, пари-пари, пум-пум. Такое ощущение, что пятый заказ запирает. Как будто она сама повезла заказ. Подрабатывает. Какое ощущение? По-моему, есть поговорка, 20 тысяч одного не ждут, правильно? Ого, в слова пока поиграем. Да не, спасибо. В города. Давай. Так, Астрахань. Нигер. Ну, в города, а не в страны. Есть такой город.
Эстрахань. Бля, это вообще пизда, нахуй. Короче, там кружка кофе была, и чел привез кружку. Вообще просто кружку обычную. Старбакса. И она говорит, что я такое не заказывал, а он говорит, платите. Пиздец. Ну смотри, тут особо не планируют переносить голоса, можем без нее продолжить. Ну мы можем. Ну, да. Я мы не можем. Скажу, что от Наташи что-то зависит. Ну как будто мы пиздец тупой мув делаем. Ну типа не в плане то, что... А до этого, блин, что гениальный был. А до этого вы на меня так... Ну факт, да, что у нас стадо баранов. Понимаешь, Вадим, мы из говна выбираем худшее. Давай, Вадя, решай, в общем. Тут вообще да пиздец. Да не, похуй, ну мы можем кикнуть. Просто я говорю, там она еще звонит Азиму по интернету. Мне нужно на телефон просто позвонить. И она просто так передает телефон, и связь падает. Что она с квартиры дает, я хз как. 20 качалось бы, так я не знаю, ну типа... Ты купи кружку просто, что ты. Возьми эту кружку просто, и все уже. Это дело принципа, они уже не... Ну вот так же и меня кикнуть хотите, а по факту просто еще проще. Диман, я тебя буду максимально дефать. Спасибо, Серег, я с тобой играю. Nice. Серега мой хозяин. Вы кикаете Наташу Слесаря, когда на первом сидит стример без ноги, коллекционер говна. А он сейчас идет, не переживайте. Да. Я на самом деле считаю, что должен уходить тот, кто вот решил нашей тенденции как-то не придерживаться. Мы вот взяли все вместе, проголосовали в Наташу, а у нас вот есть Дина, который решил, вот нет, в Димана пойду. Это тоже можно, но Дина уже забыла, кого голосовал. Дина, кого ты голосовал? Может, все-таки в Наташу? А кто у нас? А у нас Дина стопроцентный склероз, блядь. Ребята, а что это вы вдруг про меня вспомнили, а? Как же жалко, что ты тоже самого не можешь сказать. Я, кстати, тут прочитала тем временем, что склероз не наследственный, а я тут плодовитая, между прочим. Кстати, еще склероз не сразу не наследственный? Со склерозом вроде типа зомби-вирус все люди могут вылечить. Вроде говорили там. Кикаем Наташу, да, все? Да. Ну что там, Вадя, пошел разбираться. А, да, реально не передается. Прикинь. Но риск немного. А, ну 4% выше. Нет, так-то ситуация у меня говняная, я понимаю. Ну, вот, не, говняная ситуация в Финаргота, не забывай. Говняная ситуация, блядь, с кружкой. Ебать, у нас Завилон, смотри, на первом слоте. Ребята, у нас Завилон на первом слоте, что за хуйня вообще? Что за бред, нахуй? Ваня, посмотри на первый слот, ты чё, блядь? Так я видел, блядь. Ты чё, манта? Блядь, там Азим что-то говорит, пропадает интернет, блядь, чел нахуй. Ну просто какой-то бред, блядь. Просто что это кружка? 600 лир. Просто кружка какая-то маленькая, блядь, белая кружка вот такая маленькая. А у тебя налички нет? Да есть наличка, она говорит, я не заказывал эту кружку, просто кружку принесли рандомную. А, то пусть нахуй идут, скажи, что не заказывайся. А там приложение. Тогда в этом-то и прикол, что чел не понимает, он не понимает английского. В заказе только кружка? Как в переводчике нет, написать, кофе. Мы не заказывали. А там в приложении нету что заказывали? Там Азим говорит, да нет, это не та кружка, типа, это другое. Что мы делаем? Что мы делаем, Вадим? Фергота, как ты сделал? Ну все, тогда мы тебя... Тут у тебя 6 голосов, ты ничего не сделаешь. Никто сказал, что не будет переводить голоса. Ну все, гоу тогда просто Наташу кинем, и все. Let's go! Мы просто ждем... Это мы 15 минут сидим. У нас Наташа не попадает в бункер, и мы начинаем третье голосование. Но мы ничего не можем сделать, мы 15 минут ждем кружку ебаную. Купи эту кружку, выкинь ее на улицу, блядь, просто и все. Ну я просто не понимаю, это тупость какая-то. Наташ, 20 тысяч человек ждут, пока ты решишь ситуацию с кружкой. Это абсурд просто. Так я тебе говорю, давай мы тебя кикнем. Ты говоришь, ну я не знаю, то-то. Купи эту кружку, дай ты ему 600 лир, пусть идет, радостный. У него будет день рождения. И подари ему эту кружку, пусть пьет чай с нее. Давайте, голый, играть, пожалуйста. Иди нахуй отсюда. Прости, пожалуйста, немножко агрессии. Охуеть, я передумал. Там было ли? Так, Серега, давай, начинаем третье голосование. Давайте. Так, а еще кого-то выгонять? Серег, смотри, ты задаешь тенденцию, типа, ты говоришь кого-то, и его нахуй кихо, типа, все подряд. Давай Вилюху попробуем, работает ли. Подожди. Это шутка. Давай Дину, че? Она все равно забыла. У Сережи есть своя голова на плечах. Дина у меня сейчас с вопросом, на самом деле. Просто робот... Я рожаю, у меня вскрыт возраст пол. Робот точно остается. Вот, кто еще у нас? Ну, нас реально, у нас Дину нельзя кикать, потому что... Дину нельзя кикать, Дину вообще нельзя. 30% это вообще фигня, это
фигня полная. Тем более, я это вскрыл, это, знаете, если у вас что-то спиздили, вы просто... Да, если кто-то спиздит, всегда к Илюхе приходит. Может, это рожающая. Вы просто подходите, говорите, здоровье, еще проблема. Биполярка, крафт. Что ты вскрыл говно, а не рожающее. Там еда, там вообще нельзя. Ну, блин, Дина, извини. У тебя пиздец, склероз 100%. Так меня нельзя кинуть, потому что у вас только я и злой рожаем, а вам нужно минимум... Да, мы рожаем. У тебя рифмы нет, по идее, слышишь? Мы рожаем. Что ж ты забываешь предыдущую срочку? Ну, по игре реально 2.9 точно сейчас нельзя кикать, вообще никак. Да, да, 2.9 нельзя кикать, надо кикать Финергота без ноги, блядь, дебила, стримера. Наташа вернулась, просто она оправдается, ребят. Ребят, у нас немного времени прошло, Наташа вернулась, может оправдается, типа вдруг что поменяется. Смотрите, а 6-й, 7-й, вот 10-й... Мы же не открыли. Наташа, я что-то тебя размутил. Там слышно было. Да, я не открыл, Да я вам, ну вот, так блядь. Что еще все может быть. Ну, там 6 голосов. Вы кикнули уже, да? Да. Гандоны, пидоры. Покажи кнопку. Нет, покажи кнопку. Не кикали, просто 6 голосов залетело, но так случайно. Что показать? Что показать, говорите? Покажи кружку, пожалуйста. Он меня забрал уже, гандон, блядь. Он, вообще, я говорю, он принес мне кружку ебаную и 2 кофе. И стоит, так? Не понимает, что я вообще хочу от него. Я пытаюсь ему Turkish Translate отдать. Говорю, напишите. Ага. Я говорю, так. Напишите в Right. Ну-ка. Хер, я говорю, турецкий уже язык. В Right. Он, я забираю у него отдаю ему кружку, забираю кофе, отдаю 200 лир, это плюс еще 100 на чаевые, блядь. И он стоит и не уходит просто. Да, конечно, он тебя не понимает просто. Ты кружку... А оказывается, ему кофе надо было отдать и деньги забрать. А кружку-то нахуя? И тебе без кофе осталось в итоге. А кружка, да. И ты и кофе? С кружки. Ты кофе отдала? Он забрал, да. А деньги-то отдала ему? Бля. Нет, он отдал деньги. Че, ты не купила просто эту кружку ебаную? Тебя обокрали, Наташ? Пришлось Азиму звонить, разбираться, я в ахуе, я не знаю, у нас еще связь не ловила. Я подарил бы вон Илюхе, блядь, кружку, он бы отвез домой, блядь. Старбакс, это раритет, блядь. Она вот такая, зая, она маленькая. Так он бы хвастался всем, говорит, вот смотрите, Старбакс, они старкофе. Азим, он это, как его, только с завода или немного поношенный? Это 1800, 1800 рублей. У нас только есть старкофе, ой, блядь. Давайте, погнали играть, что-то. Да, гол играть, нет, у тебя ничего нельзя, все. Ты изгнана, нет, погнали. Голова, все изгнали нахуй. Голос кому? Кружка это Сереж. Просто пиздец. Ну, получается, голосую в Дину, что тут сказать. Поэт, мне поэт не да нужен. Да блядь, нельзя мне голосовать, Сереж. Так у нас не открыто. Да все, да, пух, нормально. Все, погнали, давайте, погнали. Кто хочет. Да, Дина, смотри. Твоя очередь. Еще раз уточню, что настолько я и злой сейчас рожаем. А нам нужно минимум 2 женщины, чтобы мы победили в этой я игре. Я вынесу всех ребёнок. Так детей, вот. Точнее. Свой голос положу в Финаргота. Ну, он без ноги. Факт, 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 факт. Неизвестно. Блять, один раз насрал и человека подставил. Теперь всегда сру, что ли? Да. А босс без ноги. Хуй сос. Свой голос отдаю в Финаргота. Красава. Тварь ебаная. Спасибо, Илья. Хотел бы повторить. Диман, можешь еще рассказать это? Твой голос отдаю Финаргота. Диман, не выключай функцию, давай еще раз. Не, ну пока да, Финаргот самый юзусный. Факт. Дину только сейвит то, что у нее пизда, типа, которая может с ребенка и себя сделать. Язык животных. Это да, язык животных. Да, это про тебя язык животных. Не, ну да язык животных, да хуй, ну и че, нам Сим? Да ничего, ну конечно, блин. Не, это вообще бесполезная хуйня. Да, ну Финаргота пока. Да. Хорошо, Ваня. На стримеров. Бля. Нахуй этих стримеров, да? Я давно. Все равно доталов, ну, Димана, это хуйня. Ну, говноделие. Давай. Я против Финаргота. 100%. Угу. Что, Артур? Диман, скажи. Я Наташу уебал, я хочу отдаю Димана, потому что это Диман. Гандон ебаный, я тебе припомню, блядь, в следующем бункере, понял? Поздно, я зомби. Всё, вот похуй мне. Я съем тебя. А я футболист, я тебе ногу, голову просто вот так на пас дам, Ваде. Чисто и все. Все, погнали. Так, и мой голос уходит Дине. Получается, что у меня 5 голосов, у Ликса 2 голоса и у Дины 2 голоса. Бля, я всего лишь насрал один раз в ресторане. И ты полезного ничего не делал. Всего лишь нахуй. Ну у меня нет склероза, бля, ебаного. Как ну бля, ну ты просрал свое место, братишка. Ну, ты понимаешь, у нас безвыходная ситуация. Ну типа в любом случае, если не будет женщина, придется ее ебать. Да вы нахуй в любом случае, вы себя видели вообще. Ладно, есть ли желающие перенести голоса раз? Не особо. Перенести голоса два?
перенести голосование. Да, у меня есть. Говнарь, да? Я тебя не кикал, если что, я в Димана ебашу. Спасибо, бля, я посмотрю бы в ту. Так, я не попадаю в бункер. У нас начинается... Нам осталось кикнуть двух игроков. Да, мы да. Начинаем следующий раунд, вскрываем по одной характеристике. Погнали, блядь. Злого. Может, по две? По две сразу и двоих кикаем? Да нет, можно так сделать. Не, можем. Гол по две. Нет, не, да, у нас просто ничего не скрыто. Я так чисто для интереса. Короче, смотрите. Не, я считаю охуенно. Гол по две. Гол по две, откроем и двоих кикаем. Имба вообще. Смотрите, у меня апопатофобия. Не, боясь общественных туалетов. Я могу этот стрим просто сейчас закончить, если хотите. Как? Как, Ромыч? Ну, могу. Реально? Да. Закончи. Интернет мне дернешь? Не-не-не, ну просто могу так, заканчивать. Так, мы вскрываем по две характеристики, кикаем двоих. Я апатоба, да ебать, я боюсь общественных туалетов. Блять, нам... Ты что? Нам бы сейчас... Нам бы сейчас помогла Дина, она перевела вот эту хуйню. Стоп, ты не ушла? Нет, Дина тут еще. Легенда. Артур, а ты как, в свой горшок ходишь с собой носишь? Апопатофи... Фобия. Общественный туалет это очко в магазинах, других движухах. Это не по мне. Чё, блядь? А знаете, у кого такой фобии нет? И вторая характеристика моя, я видел инопланетян, так что у нас есть, ну, я видел их, короче. Да нихуя не придумал, блядь, плюсом к этому, блядь. Я их просто видел, ребят. Нет, не спрашивайте, откуда и где. Так, ну, у меня все просто. Так, что бы такого полезного вам скрыть? Фобию. Фобия вообще без проблем. Ребят, у меня гоплофобия. Боязнь оружия. Ничего такого страшного, просто боюсь оружия. Но не боюсь в него стрелять. Йоу, чувак. Ну как? Бать, я не буду при тебя в одежь. Все. Ты в человеке бензопиле, нахуй. Но он чисто без оружия будет рукопашкой хуярить. Че, мы сейчас скрываем фобии, да? Там мужчина-женщина, ну, девочка, да, мальчик. Мужчина-женщина. Так, я все основное скрыл. Супер-мега полезное. У нас есть девочки, у меня багаж, пылесос Дайсон. Поэтому, ну, есть. Опа, конкурент для Димана. Ну, блядь, я считаю... Водку будет Диману сосать. Пылесос Дайсон, я считаю, что это супер охуенная тема для девушек. Все девушки хотят пылесос Дайсон. Не пылесос, еблан. Фен, блядь. Ну, в плане... Мне кажется, что Иван будет ебать этот фен, я почему-то так думаю. Короче, точно, все хотят же фен. Да какой факт, фобию и возраст? Так нет, ну с Диманом же проблем не было, я сейчас так же сделаю. Мы укикнем, давай. Вас все устроило. Смотрите, факт номер один. Занимался браконьерством. Так. И багаж... Игрушечный Порше на радиоуправление. Это Вадим один конкурент. Это нормальная тема, кстати, слышь? Это нормальная тема. Есть вариант съебаться на Порше? Рома? Так, ну начнем с того, что это, мне похуй вообще что скрывать. У меня багаж... Стоп, у меня две ноги? У меня... Блин. Да, у меня багаж, грудной ребенок, мальчик здоровый. Ебать, здоровый сразу. Да, сейчас украду, Ром. Фобия, давай фобию. А, так нам Дина не нужна. У меня нет фобии. А, нет фобии, ебать, красава, уважение тебе. Да я не знаю, у меня имбовая карта, блядь. Давай, слышишь? Младенца спиздил, блядь, я в ахуе. Криптомания, 30%. Да. Криптомания, ты крипту покупаешь или что? Да, ебанута. Я мани-инсайдер. Чисто луну на всю котлету. Рома, да ты с тех пор носишь ребенка? Да. Да, уже выразим. Хочешь посмотреть? Если что, если что. Помните, что я сказал в самом начале? Кого можно? Меня отправьте, потому что я андроид и все. Все просто. Дима, а ты справишься? Не-не, да, Дима, не отправляйте, пускай вскроется. Да, здоровье, здоровье, здоровье. Да нет, логично. А кого можно? Это не РП просто. Я кстати, смотрю, идеально здоров, мне похуй, мне можно отправить. Бля, давайте я бы Илюху отправил, он Ваню там напиздит всего и принесет. Андроид, давайте Ванька реально отправим. Пусть андроид, я здоров, я справлюсь. А кого можно выбрать? Да надо меня было в рейд отправить. Я справлюсь, идеально здоров, мужики. Давайте Ваню. Бля, я просто не... А, ебать, почти всех можно. Да, блядь, да. Я не пойду, я футболистка, я трахаюсь, я не могу. Я тоже думаю, андроида, 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 андроида надо. Меня ебёт андроид. Андроид пускает, андроид скроется. Хорошо, давайте Димана. Что ж вы уперлись-то за это здоровье? Блин, там правда процентаж. Процентаж не был. Не, я предлагаю это. Ребята, у меня ребенок есть, давайте его отправим. Жизнь учится. Не, я предлагаю, пусть Диман скрывает здоровье, а Ванёк идет в рейд. Да, я в рейд схожу, да я здоровый. Хорошо, согласен. Проголосовал за инсидера.
Я за инсайдера. Давай, давайте Илюху отошлем, он там, блядь, напишет. У меня не выделен, не выделен. А, он не выделен. Да. Бля, у Илюхи, конечно, скилл был, блядь. Ну что, Ваня, напишет. Ну, за то, чтобы Ваню отправить. Я! Ну все, практически единогласно. Ваня отправляется в поход. Давай, родной. Илюха, открывай характеристики. А, нихуя. Так. Нахуй, Саша, ебаный. Поехали, нахуй. Давай, Илья. Полный возраст, мужчина 70 лет. Стаж, стаж сгибания 5. Бля, ребята, это дедушка-целитель, не трогайте его. Ах ты, блядь, ебаная мразь. Фобия, паразитофобия, боязнь насекомых, паразитов. Ну, нормально, нормально. Но это типа, блядь, здравый смысл, нахуй. Кто это? Бычья цепень, ебаного, все боятся. Давай. Алло, айфон, блядь. Ликс. Алло, я открываюсь. Здоровье, давай. Ну, блядь, с учетом здоровье, того, здоровье. Что... Да подождите, стоп. Боже. Нет, просто смотрите. Сейчас не, иди нахуй, 70... иди нахуй. У Илюхи 70 лет, он, блядь, ну точно в бункер не попадает. Я не Схуяли? Вижу, да под... у тебя 70 лет... А зачем ты 70 лет нужен? Почему? Дима, не Илюха... скрой здоровье, почему пожалеешь, Илюха выглядит Диман, как Спанч Боб? А первое, Диман, не скрой здоровье, один эгоистичный. Вот, это первое. Давай. Ну фобию, ну фобию хотя бы скажи. Ну фобию скажу, фобия, мизофобия, страх загрязнения, просто чисти. Ладно, стоп, игра. Данная карта дает тебе возможность саму выбрать, кто покинет игровой круг. Диман, прощай, ты заебал. Когда-то это должно было случиться. Выгнал нахуй. Ты нахуй. Ты можешь кинуть либо обоих, либо одного. В смысле? Ну ты, ну мы же сейчас за круг кикаем двоих, ты можешь сразу либо двоих кикнуть, либо одного. Двоих кикай, и Ваню кинь в рейдинг. Мы друзья, Ром. Кикни, пожалуйста, злого, очень надо. Нет, стой, брат, мы друзья. Давай все. Ром, у тебя ребенок есть, Дина. Супер, надо злого, брат. Ребят, вы понимаете, мы настолько дружная семья. Ром, я рад, что ты у тебя Максвин. Рома, очень нужно слово. Ром, у тебя Максвин, Ром, я рад тебе, брат. Ребят, я... А я был с тобой во время этого Максвина, Рома, ну как Бендер. Короче, ладно, все, я рад, что мы друзья, тут все люди, кроме вот этой жестянки. Димана мы кикаем. Стоп, игра, карта номер 2, вы можете увеличить места в бункере на 1. Все, так все. Нет, победа. Рома, не помогает, Рома! Так, ну получается, ну сейчас подождемся инсайдера. Подожди, сколько нас сейчас? Диман у нас не попадает в бункер. К сожалению. Но у нас, да мне помню, у нас становится 7 мест в бункере, да. Получается все. Раз, два, нагоните три, кегли, можно, а ты можешь сказать, что у него за здоровье было? Мне просто очень интересно. Рома, Рома, меняй. Рома. Подожди, не рассказывай окно. Я сам скажу. Ебать, да у Ромы карточка, блядь, просто... Да я не знаю, это пиздец, сейчас кинуть. Диман, ты хотел нас убить, скажи честно, нет? Рома! Я верю, у него еще факт там, блядь. Еще не рассказывал? Блядь. Типа, Блейд там какой-то. А все, у нас, по сути, игра закончила, Blade, да? Блейд говорит, да. Да, но мы ждем инсайдера, чтобы... А можно нам инсайдера? А он реально пошел жить куда-то? Что, не да, меня возвращаю его. Если инсайдер умер... Если инсайдер умер... Он вернулся, он жив. И с лутом пришел, что принес? А чё ты доебался? Аптечка и рюкзак батареек. Нормально, хорош. Хорош. Аптечка и рюкзак батареек. Ну, кстати, батарейки бы пригодились. Ну, ладно. Андроида в очко запихать. Так, у нас попадает в бункер Артур, Вадя, Ваня, Рома, Илья, Серега и Дина. Так, я так понял, там нужно кое-что в Ваде вскрыть. Да. Маньяк? Специальное условие, чтобы одержать победу, тебе нужно попасть в бункер, а человек под номером 2 твой враг. Опа. Все, я умер. А чё это его не кикал? В смысле, а как я мог его кикать? У него всегда имба была ебаная. И он еще, блядь, он не пиздел нахуй. Он у меня здоровье спиздил, блядь. Там был напаса потеряли, сука. Если что, его, кстати, кикнуть реально только Рома, по сути, мог, потому что... Только Рома! Его никак не кикнуть! Потому что злой, можешь озвучить свою карту действий номер 2. У меня карта действий номер 2 — это ствол. Если по результатам голосования у тебя и еще одного игрока максимальное количество голосов, ты можешь убить его и начать следующий раунд. Охренеть! Ребят, я просто... Я имба, понимаете? Я имба, мне не надо сосать никому, вы у меня будете... И как мне его выкинуть? Никак, я имба, не, сука. Ну, в смысле, ствол-то на один просто... раз дается. В следующий раунд можно кикнуть. Так, да. Я тебя пристрелю, ну, как-то у нас не хватает, чтобы вскрыть все, типа, ну, очень Ликс. Много. Да. Роман, а у тебя... Мы не скрываем как-то. У меня факт номер один строил подобные бункеры.
нет фобии, идеально здоров. Мужчина 37 лет, стаж работы 16 лет, частным детективом получается. Грудной ребенок, пересмотрел сериал про зомби, блядь, ходячие мертвецы. Да хуйня, стрельба из огнестрельного оружия, блядь, это вообще пиздец. Я могу кикнуть человека и увеличить бункер, не, блядь. После него я просто зачитаю свою, чтобы вы понимали контраст. Футболист, 37 лет, нет ноги. Крафт косплей, свингер, мастурбировал в публичном месте, пылесос Дайсон, блядь, и боязнь оружия, нахуй. Я просто дебил ебаный, нахуй, на его фоне, блядь. Модель, 70 лет, аритмия. Зачитай свою карточку. Не пускай, хотя можем, можем по очереди. Да, давай по очереди. От себя давай. Да, сейчас свое зачитаю. У меня первоначально было шаурмейкер, полувозраст мужчина 36 лет. Стаж работы шаурмейкером 26 лет, состояние здоровья, язва желудка, хобби коллекционирования втулок и туалетной бумаги 30 лет. Факт номер один, насрал во вкусной точке. Факт номер два, продал почку. Багаж килограмм чеснока, фобия, эротофоб, боится секса и вида обнаженного тела. Ой-ой-ой. Артур, твоя очередь. А полвозраст? Ну, ребят, у меня вообще полная хуйня. Я стример, женщина, 20 лет, стаж работы 4 года, сосалочка. Спинная грыжа 30%, коллекционирование гачи кукол, выделение инопланетян, видел инопланетян, был в открытом космосе, контрабанда электронок, и короче, очка, боюсь, пиздец, жутко нахуй. Бля. Блядь, я стреляю с 14 лет, охуеть. Че у меня за детство было, блядь? Ну че, свинопас, женщина 59 лет, стаж работы 36 лет. Но я, получается, не рожащая пизда, да? Угу. Ну, идеально здоров это, да. Что, виноделие сказал один год. Держал дома 40 кошек. А, ну это Аня у меня забрала. Бля. Это я сказал, обосрался на сцене, сказал, Парше сказал. Ахлоофобия. Боязнь темноты ночи. Карту действий я не использовал. Голоса против выбранного игрока удваиваются в этом раунде. Но сам ты не голосуешь. Вот такая хуйня, все. Ты мог про Диман тогда завязать, кстати. Может, Диман, да, просто завязать. Да, похуй. Так, вишенка. Или она уже ушла? Ань, ты тут? Она замоченная. Я тут. Чё? Ага. А что, мне было надо прочитать? Карточку можете свою просто с нуля зачитать, которая была. Дегустатор кормов для животных, женщина 46 лет, клептоманка 30% тяжестью, кулинария 12 лет. Факт номер один, прошла игру Stray 50 раз. Хорош. Факт номер два. Батя, я могу идти, брат? Да, да, конечно. Факт давай, спасибо огромное, что пришел. Спасибо за игру. Пока. Спасибо, что... Отчисленные из клуба навыки выживания. В багаже у меня валенки из кошачьей жопы, блядь, какое-то. Фобия, агорафобия, боязнь открытых пространств. Да, это похуй вообще. Рома зачитал, Илюха. Мне интересно, блядь, у Ликса что там по здоровью. У него пизда была. Модель, 70 лет, стаж работы 5. Аритмия, стадия болезни, 100% тяжесть. Съемки в домашнем порно, стаж 15 лет. Не пускает в казино, слушает Пугачёва, коллекция фалоимитаторов, багаж. Фобия, паразитофобия, карта действия, все применим. Диман. Пиздец. Коллекция фалоимитаторов. Диман тебя уже, походу. Что ли? Да, я Диман могу зачитать. В общем, давай, профессия сгибальщик, полувозраст Android 27 лет, состояние здоровья, слабый заряд батареи, хобби, изучение ругательств на других языках, факт номер один эгоистичный, факт номер два громко пищит по ночам, багаж 5 ящиков водки и фобия, мизофобия, страх загрязнения. То есть он севший почти? Да, он хуйсос ебаный, блядь. Так мы могли его зарядить, в чем проблема. У нас батарейки, кстати, были у кого-то. В пылесосе Вадином. Я принес. Факт. А, бля, Вадя же умер, сука. Ребята, короче, спасибо вам огромное всем, что пришли. Сейчас, давай дослушаем карты, бля. Ага, еще не все? Я просто отвлекся на секунду. Извините. Еще Дина, Серега. Простите, ебать вам раз. Вадя, я побежала. Да, давай, беги, беги. Спасибо большое, что позвал. Пока-пока. Давай, не теряй руки. Пока. Не опускай руки, точнее. Так вот. Я была урологом, 34 года, здоровье, биполярное расстройство инкубационное, также хобби, футбол, стаж 13 лет. Факт номер один, понимаю, язык животных. Факт номер два, писаюсь по ночам. Так. Багаж, ой, химические средства от насекомых, фобия, боязнь птиц и их перьев. И могла, кстати, карта еще кого-то вылечить от бесплодия, но у нас тут больше никого не оставалось. Кайф, кайф.
Так, Серега. Так, у меня поэт, мужчина 66 лет, стаж работы 29, пчеловод, нет рук, 100% тяжесть. Так, безотказный, рост в семье геологов. Так, и ты можешь поменять свою карту биологические характеристики на новую из колоды, и у тебя есть шанс защиты на один игровой круг, если против тебя будут голосовать максимальное количество голосов. Нормально. Так, прикольно. Наташа, сейчас зачитаю. У нее... Ну, бля, прикольные карты были. Мужчина 30 лет, без возраста, не здоровье, склероз, хобби плавание. Факт номер один, занимался браконьерством. Факт номер два, считает себя оленем. Багаж, собрание Властелина колец, фобия, боязнь птиц и их оперение тоже. О, две одинаковых? Да. Бля, пиздец. Да, смешной бункер получился. Да, Рома, конечно, пиздец переживал, что его кикнут. Не, на самом деле, было два момента, когда двое человек могли поменяться картами со мной. Ну да, да, не менялись. Можно было все нахуй поменять, я тоже Дину добивал дальше. Хотя, бля, Дина была пиздец полезная, ее не надо. Они бы, конечно, вылетели бы после этого, но ничего страшного. Я когда увидел, что там, ну, такая вот хуйня у меня, я думал, все, выйду, блядь, в первом круге, а потом оказалось, отменяется все. Не, я думал злого кикнуть, короче, как только правила объяснялись со своей картой. Это было бы, кстати, охуенно. Спасибо было бы, я тебе сказал бы, но так не скажу. Я с Ромом переписывались, знаешь, что. Злой прям в рост, конечно. Все, ребят, еще был, я у нас буду... еще был вариант Серега, когда объясняли ему правила, его кикнуть. Да. Все, ребят, спасибо огромное. Да, вам все пришли. Надеемся, следующий бункер соберем уже, когда мы, короче, сделаем его. Мы, типа, я вот Свину рассказывал. Вам всем тоже как-то расскажу. Или, может, не расскажу, просто покажу, короче. Но я надеюсь, что будет прикольный стрим. Свину рассказывал. Какому Свину? Фину? Все, понял. Илюха, ой, Илюха, говорю, блядь, по шуткам. У меня есть шутки, ты слово Илюха, нахуй. Все, короче, все, спасибо, блин, вам огромное. Все, я буду мучиться. Да, спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Всем пока, давай, пока, пока. Что случилось? Короче, ребят, спасибо большое, кто смотрел. Короче, я, наверное, надо было попробовать. Я хотел сегодня запустить на Ютубе, но много было таких комментариев хуёвых, что типа, бля, какой Ютуб, типа, нахуй нужен. Но при этом очень много людей сегодня писало и жаловалось на то, что кик лагает. Ну, типа, это не, ну, не партнерский стрим был. То есть, понятно, типа, я первый сделал партнерский, так что мне можно было не стримить. Это я так, короче, типа, просто так, короче, сделал. Так что можно было запустить стрим на Ютубе, чтобы нихуя не лагало. Просто жалуются, типа, люди пишут, я не знаю, на меня это влияет, я очень от этого жестко параною. Так что, ну, ладно, надеюсь, что все нормально будет. Все, жду всех завтра на, короче, на подкасте, на втором. Я надеюсь, мы доделаем все вопросы. Не знаю, если честно, кого позвать, хотел позвать очень